все. Та вони підходять, всі знають. Це все знають. Останні три на роботі. На роботі. Всі ще тут закінчують роботу. Так, браті і сестри, всіх вас привітаю, благословляю іменем Господнім, іменем нашого Спасителя Ісуса Христа. Давайте помолимся Бога, поблагодарим, слава Богу за то, что смогли прийти. Хоть некоторые к началу, к 6 часам, но те, кто на рабочих местах еще, кто еще в дороге с работ, то значит, Господь пусть их благословит в дороге, но мы начнем уже. Мы начнем, не будем ждать никого уже. И запись, тем более, вот идет, и кто не смог быть в начале, то пусть тогда уже через запись с нами примут участие в этом служении. Слава Богу. И пусть Господь благословит сегодня, сегодняшним днем, всех нас. И в Писании Господь, Он благословляет нас в Слове Своем. Из Евангелия от Марка, перед молитвой, такие слова, с 4 главы. «И сказал», это слова Иисуса Христа, «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросил семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва землю, потом колос, потом полное зерно в колосе». И когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И дальше сказал, чему подобен Царство Божье. И вот это все, что как раз, и дальше опять-таки о семени, оно как зерно как горчичное. Потому что когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков. И пускает большие ветви, так что под тень его могут открываться птицы небесные. Аминь. И вот, вот эти притчи, в притчах Христос, Он говорил о том, что вот эта вера Божья, она в нас растет, как семя. И наше христианство, наша вера, она на самом деле порой не видна, она внутри, и потом она прорастает все больше и больше, слава Богу, и вырастает большой злак. И пусть сегодня тоже мы собрались, очень люди разные, с разными ситуациями, с разным жизненным опытом. У кого-то семечко веры только еще попало в почву, может быть, знаете ли, у кого-то оно уже проросло, у кого-то оно уже пустило такой зелень, такой стебель такой, у кого-то уже колос появился, а у кого-то уже зерно уже в колосе. Но мы знаем, что будет жатва. Однажды Господь, Он пошлет своих жнецов, и пусть Господь, Он благословит нас сегодня, верующих, пусть каждый христианин сегодня, он позаботится о том, чтобы его вера, она действительно была зрелой верой, чтобы принести плод. И этим самым прославился Господь наш. Чтобы жатва не застала нас неготовыми, зелеными, пустыми полосами. Но чтобы это было у нас действительно полноценной верой. И чтобы семя Божье Слово в нас возрастало. Слава Богу. Благословенный Господь Бог наш, Царь Вселенной, Владыка наш, Отец наш, сущий на небесах, собравший нас вместе под своими крыльями, как птица птенцов, как отец своих детей, сыновей и дочерей, благослови нас, Господь. И пусть семя Слова Твоего, оно принесет плод нашей жизни, оно не будет бесплодно в нас. Пусть, Господь, семя Слова Твоего, оно в нас прорастает, приносит зелень, колос и зерна полные, Господь, Божий в этом колосе. Благослови нас, Господь. И пусть много плода, Господь, принесут наши судьбы Божьи. И пусть прославится имя Твое Святое в нас, Господь, и через нас. Слава Тебе за все. Наш вечный Бог и Царь, благословен Ты, Царь наш, благословен Владыка наш. Духом Святым Своим, во имя Иисуса Христа прошу Тебя, Господь, коснись сегодня каждую из нас, Боже. И, Господь, и пусть наши сердца, Боже, будут землею вожделенную, как Ты говоришь в Слове Своем. Пусть наши сердца, Боже, огорода нашего сердца, поле нашего сердца будет не проезжей частью, не заасфальтированной землей такой, не затрамбованной землей, куда семя не пройдет Слово Твоего. И птицы лишь склевывают на поверхности этого, Господь. Но пусть семя, Слово Твое попадет в хорошую почву нашего сердца. Пусть оно будет взрывлено, Господь.
Боже, во имя Иисуса Христа, и примет Господь, и даст плод ставицею. Благослови, Господь, нас. Благослови. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благословен Ты, Господь, Бог наш, благослови нас, детей Своих, Тебе за все слава, честь и хвала, Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, через кровь святую Твою, Агнца Божьего, Господь, мы приходим к Тебе и благодарим Тебя, Господь, и благословляем великое имя Твое. Боже, пусть имя Иисуса Христа прославится, Господь, здесь, потому что мы собрались во имя Иисуса Христа, во имя Господне. Аминь. Аминь. Благодать Господа нашего со всеми нами. Аминь. 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 Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья и сестры. Слава Богу. Слава Богу. Приветствую всех, кто подошел, кто подходит. Слава Богу. Да, пожалуйста. Да, братья и сестры, добрый вечер. И сегодня вот и завтра тоже в том же зале, да, мы договорились уже? Да. Завтра и послезавтра тоже, да? Не знаю, договоримся. Ага, хорошо. Но завтра и... точно тоже можно собираться. И на Диме. И на Диме. Диме это 100%, да. На Диме во сколько у нас? 9.00. 9.00, да. Так что в воскресенье 9.00 будет здесь тоже служение, именно богослужение. А сегодня и завтра это семинар, и хотел бы, это не просто семинар, это и служение, самое семинар. Поэтому мы будем молиться, вот, к сожалению, много наших священников даже опаздывают, видимо, ну, задержались в пути где-то, я не знаю. Вчера было очень хорошее общение, вот отец Юрий подоспел, да, слава Богу, пожалуйста, присаживайтесь. Вот, и благословляем Крым, благословляем, да, отца Юрия. Вчера священники собирались на такое общение нашей епархии, не только вообще архиепископии. Украинские служители наши собрались, слава Богу, это хорошо. Общались мы, молились вместе, много о чем рассуждали, много о чем говорили, конечно, очень важного, такого, ну, великого, на самом деле, считаю. Пусть это мало заметно, может быть, наша епархия, она небольшая, наша архиепископия тоже небольшая, но Господь доверяет очень большие такие, знаете ли, славные дела совершать. Слава Богу. Пусть Бог благословит всех. Спасибо, что пришли. И то, о чем я говорил, из Слова Божьего, о семени, которое прорастает в нас, верующих, пусть это действительно будет напутствием. Пусть это будет началом таким, вот и сегодняшнего вечера, и завтрашнего вечера. Вот по всему Киеву висят такие вот эти плакаты большие, объявления, такие, наверное, что реклама. Мы знаем, что 1025 лет написано, да, со дня крещения Руси. 1025 лет поздравлений везде, везде вот эти большие билборды и прочее. Вот об этом тоже хочу с ним пару слов сказать, потому что с одной стороны торжество, с другой стороны куча вопросов. Больше, на мой взгляд, больше вопросов, чем даже ответов. Хотя, конечно, для многих политиков это, конечно, повод для, ну, больших таких, как бы, заявлений, громких заявлений. Для религиозных деятелей это порой большое такое, большая возможность такая о себе заявить. Но мы, как реформаторская православная церковь Христа Спасителя, должны тоже слово сказать именно об этом, безусловно. И я рад тому, что вот с помощью ультразаписи, я думаю, что очень много людей, значит, и здесь, в Киеве, и по Украине, и в России, и в Беларуси, действительно услышат слово, которое сегодня очень нужно будет услышать, и важно услышать. И я молю Бога о том, чтобы и многие священнослужители тоже посмотрели эти записи, которые очень важны. Потому что сегодня, отмечая 1025-летие со дня начала крещения Руси и Украины, больше вопросов, нежели ответов, говорю. Почему? Потому что не все то, как говорят в России, не все то золото, что блестит. И не все то крещение, что называется крещением.
И в Слове Божьем хочу прочесть тоже из Евангелия от Марка. Я читал из Евангелия от Марка и хочу снова прочесть из Евангелия от Марка, только уже с последней главы, 16 главы. Здесь написано следующее. 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». И в конце уже последние стихи этой главы говорят нам так, что «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они вошли и проповедовали везде при Господе содействие и подкрепление слова последующими знамениями. Аминь». И, друзья, братья и сестры, везде, где говорится о крещении, везде говорится о вере самого человека, о вере верующего человека. Не крещение приводит к вере нас, к возрожденной жизни, а возрожденная жизнь наша, она приводит нас к крещению. Потому что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто будет веровать. И невозможно крестить без веры самого человека. Это получается, знаете, как вот насилие над волей человеческой. Это получается как преступление в определенном. Потому что, вот Николай, слава Богу, он со мной опять приехал. Значит, в том году, как раз в августе месяце, да, здесь вот как раз в Киеве, в декабре, вот делали крещение, проводили крещение. Коля крестился в прошлом году, слава Богу, и ему было тогда 18 лет. Значит, и знаете что, Господь, ну, я верю, Он очень милостив, очень благ, и в нашей семье также. Когда-то, когда Коля был маленьким еще совсем, ему было только лишь полтора месяца от роду, я его крестил. Да, и это было давно уже, понимаете, да? Это было тогда, когда я сам еще был священником не реформаторской православной церкви, а традиционной русской православной церкви, Московского патриархата, служил. И крестил я и Колю тогда, а перед тем крестил Настю, Анастасию, нашу старшую. В общем-то, первых наших двух детей я крестил. Почему? Потому что и я, и моя жена, и значит, наша семья, и вообще все вокруг, мы верили, что это есть крещение, ну, действительно истинное крещение. То есть другого варианта у нас не было. Ни у меня, ни у моей супруги, ни у моей церкви. И даже больше того, я верил, что если ребенок, допустим, малолетний, он не крещенный, то значит у него большая проблема. Я верил, что если даже младенец, допустим, ему там может месяц всего лишь от роду, он не крещенный, у него большая проблема. Я помню, однажды в Сураже, в Брянской области, я пришел в больницу, и там как раз кто-то из медработников, я сейчас не помню, может быть это был врач, может быть это там старшая сестра, потому что я не помню сейчас точно, но в белом халате, а я как раз в грязи зашел, и я был на этаже как раз с этим. И она подбегает ко мне и говорит: «Батюшка, пожалуйста, пожалуйста, пройдите, там ребенок у нас умирает, крестите его», говорит. Значит, он еще только был рожден, ему еще там, значит, немного было совсем, но он умирал. И так получилось, что... А, нет, история такая, он не только был рожден, ему это было уже недели там, две, даже три, наверное, просто он был болен, вот как. Он как родился больным, и он все эти недели своей жизни он был больным. И он, в общем-то, умирал. Да, да. Значит, и вот как раз так получилось, прям буквально минуты остались, как видимо, жить вообще. Я, значит, забегаю в какой-то кабинет, это как бы такая, ну как, не знаю, как назвать это правильно, не реанимация или что-то такое. Ну там как раз ребеночка этого содержали. И, значит, вот плачет там еще одна женщина, как раз я вижу, и тоже в белом халате таком. Вот, значит, и вот ребеночек. Я взял его на ручку, он вообще, знаете, как котеночек совсем. Вот, и он, как бы, за вот эти недели, он даже не разбился даже, вот, фактически. То есть, болезнь была такая, которая, видимо, его, не знаю, ручки, ножки, как будто ниточки какие-то просто были, и все. Вот, значит, я успел только вот его до, значит, поднести его, значит, там, кран у них, там, ну, вода, вот, все как положено. И я, значит, там, прочел там молитву, благословил, значит, окропил его водой, значит, ребеночка. Спросил, как его назвали, вот с этим именем крестил его, крещается раб Божий такой-то. Вот, и то пустил его полить водичкой, значит, там, и стал молиться, и вижу, он вздохнул, и все, и душа уже вот и ушла. Как бы, вот на моих ручках уже он как бы уже все, уже тельце бездыханное было.
Вот такая ситуация была. Были другие ситуации, похожие, но уже со взрослыми людьми, которые тоже перед тем, как ушли вечность, они, знаете, вот они как бы крестились. Буквально вот, ну, с минуты на минуту уже им пришло время умирать, и я их крестил. Но вот эта ситуация с маленьким ребеночком, она мне запомнилась очень сильно, кстати, тогда. Очень сильно. Вот, и потом уже я размышлял, думал, надо же, для этого ребеночка особо такая благодать, наверное, того, что он не умер не крещенным, что он умер не крещенным. Я его назвал по имени, значит, я его крестил, значит, там все как, ну, хоть по быстрому чину как-то, значит, наспех, но все-таки прочитал что-то, значит, и скажу, я считал это какой-то, даже какой-то заслугой даже определенной своей, то есть, ну, слава Богу, потому что я имел возможность его покрестить. Но вы знаете, друзья, несмотря на все эти переживания, вот в 96-м году, когда вот к Божьему Слову Господь меня развернул, я стал читать внимательно Слово Божье, и все, что я делал, и все, что я делаю, я стал просматривать через это Слово. И я понял, что и я, и тысячи моих коллег, мы очень сильно заблуждаемся. Что дети маленькие, вот, как то дитё, допустим, которое я вот думал, я покрестил вот его, вот они Господь уже. Знаете, и крещение для вот подобных младенцев, допустим, оно не имеет смысла вообще. Потому что крещение – это крещение по вере в Иисуса Христа, по вере в Господа нашего, а не по вере других людей, не по вере там, священников, допустим, или по вере ну, как родителей, допустим, там, или там, прихожан, по вере самого человека. А если вера в нем еще не проснулась еще, если, к примеру, маленькое дитё еще совсем, то он еще и греха-то не знает. Он даже и согрешить-то не может абсолютно еще. Потому что, или, допустим, есть такие даже взрослые люди, да, уже выросли, казалось бы, да, но почему-то, ну, Господь их разум как-то вот закрыл. Есть такие вот, они как идиоты их называют, или как-то не знаю точно, но вот взрослые вроде люди, да, по возрасту уже, по годам, но ума нет вообще. То есть, и они, ну, они невинные совершенно. То есть, они даже могут сделать какие-то глупости, гадости, да, но они не знают, добро или зло. То есть, они совершенно невиновны. И в этих людях, ну, нет ни веры, ни неверия. Вот как, допустим, вот, ну, вот, ну, простите за сравнение, допустим, ну, как вот животные, допустим, да, вот они не согрешают, потому что у них нет вот, того, что есть у нас, у людей, совесть, обличающий нас. И недаром, когда человек к покаянию созревает уже, к тому, чтобы покаяться перед Богом, вот обычно, к скольки годам, но все по-разному бывает это. Ну, вот в традиции считается, допустим, там, ну, к 11, 12, 13 годам, по-разному, или говорят, 15. У всех по-разному бывает, когда вот уже совесть уже просыпается, когда человек, душа оживает его. И вот в этот момент приходит в жизнь человека вера, или же неверие, ну, по-разному. Вот, значит, но обычно все-таки вначале вера, а потом человек обычно забывает, так получается, о своей вере какой-то. А вообще-то, когда душа только просыпается, обычно она верующая. Обычно она, ну, знает, что Бог таки есть где-то. Тем более, если родители что-то говорят о Боге. Тем более, если родители хоть как-то намекают, ну, на то, что, ну, как бы есть Бог. Хотя, я думаю, что даже если человек вырос как Маугли, там, среди, может быть, животных, но если он разумный и душа оживая, то на самом деле он все равно, а создатель что-то будет мыслить, я думаю. Он все равно будет что-то понимать. Ну, не иначе. Но как бы то ни было, для крещения младенцев, педобаптизм называется это, педобаптизм, крещение младенцев, нет библейского оправдания. Крещение по вере или баптизм, здесь есть библейское объяснение, библейское оправдание. Библейская именно точка зрения. А педобаптизм – это не библейское учение. Больше того, не только педобаптизм. Вот 1025 лет тому назад, когда Киев был крещен, когда началось крещение Руси, было ли это добровольно? Нет. Ни один историк не может утвердительно заявить, что это было добровольным решением жителей Киева. Нет. Даже если это было добровольным решением многих, допустим, людей, но ни в коем разе не всех. Это было распоряжение князя Владимира. В общем-то, и вот великий русский писатель Николай Лесков написал в конце еще 19 века, кстати, здесь в Киеве работал он как раз в архивах, в монастырских архивах, работал с летописями, древними летописями. Интересно, он написал, Николай Лесков, такие слова.
Он сам с Орла, в Саровской губернии тогдашней, и одно время работал в Киеве также. Так вот, и как писатель в том числе. И вот, значит, он написал так, о крещении как раз. А тогда, когда Николай Лесков работал, то тогда в царской еще России, в Российской империи праздновалось 900-летие со дня крещения Руси. То есть, как бы, 1888 год, как раз вот и один из самых красивых соборов вот здесь вот в Украине был построен, да, вот в Киеве, Владимирский собор, да, там и фрески Васнецова тебе насчитают, как бы, ну, таких хороших живописцев. Это как памятник вот этому как раз событию, 903-ю со дня вот крещения Руси. И это отмечалось парадами в то время, салютами, гуляниями, там, ярмарками, прочее-прочее. То есть, как бы, торжественными службами, там, и это было, конечно, очень красиво, но зрелищно, но вот Николай Лесков, как писатель, он, как ни странно, он не разделил тогда радость вот этих гуляний, этих вот, этих маршев. А почему? Он, будучи традиционным православным человеком, но читая летопись, изучая саму историю крещения Руси, он пришел к такому ужасному для себя открытию. И он записал у себя в дневнике такие слова, что Русь была бы крещена, но не просвещена. Крещена, но не просвещена. А о самом крестителе, князе Владимире, он написал следующие слова тогда, изучая его биографию по тем скупым там данным летописи, которые есть в наличии. Он пришел к такому выводу и написал, что он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. Знаете, ну дальше его рассуждение там очень интересное. Ну, вот мне вот этот тезис, он тоже зацепил, тоже не менее, чем вот первый тезис. Что он принял христианство, говорит, но не Христа. А почему Николай Лесков дальше размышлял? Почему именно он сделал такой вывод он, для себя? Потому что если человек принимает Христа, он не будет такими методами насильственно обращать народ, людей в свою веру. Не будет убивать людей во имя своей веры. Потому что Христос говорил так, как раз, что в Евангелии от Иоанна, что придет время, даже вас будут убивать, говорит, и будут думать, что тем самым служат Богу. Но дальше Христос объясняет, почему это происходит. Потому что так будут делать, потому что не познали ни меня, говорит, ни отца моего. То есть из слов Иисуса Христа мы можем сделать вывод следующий, что и Николай Лесков сделал в свое время, в 19 веке еще. Что если человек знает Бога и знает Христа, то он никогда не будет во имя своей веры убивать людей. Никогда не будет во имя своей веры проливать кровь людскую. И князь Владимир стал палачом своего же народа, и тем самым он расписался в том, что он не принял Христа и не принял Бога. Он принял христианство как религию. Да, это так, это факт, исторический факт. Но и факт, что он не принял именно Христа как Спасителя своего, как Господа своего. И это печально. И вот, к сожалению, вот много сегодня и в Киеве, и по всей Украине, и в России, и в Беларуси говорят сейчас как раз о вот этой дате, 1025-летие крещения Руси. Но, к сожалению, об этой горькой правде не говорят. И, на мой взгляд, сюда приезжает сейчас и патриарх Кирилл, там, и значит, там много гостей разных приезжает, из Беларуси там приезжают, отовсюду приезжают. Но все-таки Киев – это отсюда все истоки вообще. Здесь, как вы знаете, хотя границы сейчас понаставили, допустим, значит, политики, да, больше, как бы, значит, ну, это не просто люди приживались, да, это политически больше. Вот я езжу туда-сюда, смотрю, разговариваю с людьми. Простым людям это чилить не нужно вообще. Вот, значит, это люди ради своих, там, власти, денег, там, прочее. Но что интересно, как бы то ни было, но хотя границы поставили, но духовно вот эти пуповины их не перережешь. Есть такие вот эти духовные связи, которые ни одна граница не сможет поставить, закрыть, перекрыть никогда. И вот, вот эти славянских стран многих, сегодня народов, все вот эти пути, они тянутся сюда, именно в Киев тянутся. Потому что здесь, недалеко от Днепра, однажды совершилось вот это, ну, слушай, крещение. И, конечно, с одной стороны, да, и вот, знаете, такое смешанное чувство, я хочу этим поделиться как раз. С одной стороны, конечно, да, христианство, да, с одной стороны, конечно, да, ну, плюс есть, безусловно. Все-таки, да, я, допустим, читал когда, ну, извиняюсь, не с писания, а читал когда у того же Нестора, допустим, да, Нестор летописца хотя бы, о том, как Владимир, он избирал веру,
знаете, порой там волосы на голове шевелятся дымом. Вот если, ну как бы, когда бегло прочитаешь, не замечаешь, не обращаешь внимания, ладно. А когда вот размышляешь над тем, что Нестор написал, немного становится тоже не по себе. Думаю, а если бы, допустим, Владимиру тогда, вот испытывая веру, ему, допустим, захотелось бы принять ислам. А Владимир, как, ну, почему бы нет? Он же к этому склонялся, тем более, что у него много жен, у него у Владимира были сотни жен и наложниц, а ислам это ему позволял как раз, ему это нравилось. Но единственное, что ему не нравилось, это то, что нельзя есть сало, значит, и нельзя свинину, значит, есть, значит, и, значит, да, как бы, и это, водку, ну, горилку-то. То есть, как бы, а без... И его слова были такие, что если Русь перестанет пить, Русь погибнет, говорит. Значит, вот как бы его слова. Вот, а это у него было. А у него это было как бы, значит, там. Но, опять-таки, как, допустим, Болгария, вот соседка, да, Украина, Болгария. Болгария одно время еще при князе, не помню, Богдан. Борис, болгарский, еще до Руси, еще до Киева, он же тоже принял христианство. Значит, и там еще, не помню, за сколько лет там. До крещения Болгарии, Болгария принимала ислам. Об этом мало кто, может быть, даже знает. Даже с самими болгарами общаюсь. Ну, в Одесской области, допустим, с болгарами там их много. Значит, общаюсь, они даже этого, как правило, не знают. Или же так отдаленно что-то знают. И Болгария, она из-за, ну, как бы, тоже политических определенных интересов, она приняла ислам тогда. Изначально, как религию государственную. И византийский император ахнул, у него в тылу как бы халифат болгарский рождается. Он, конечно, там, значит, доказатель был в ужасе. Но, а второе, что сами болгары, буквально немного они были мусульманами, я не помню точно, там, какие-то годы всего лишь. Может быть, десятилетия от силы, там, я не помню точно. Но ислам не удался у них там, значит, в Болгарии, потому что само население подняло бунты. Потому что приехавшие вот эти вот как бы религиозные деятели, они требовали сухой закон вести, во-первых, а для болгаров это было просто, значит, невыносимо. Значит, и то же самое, и нельзя было свиней кушать, значит, как бы, значит, и в общем-то болгары взбунтовались. Вот, значит, как бы, и исторически считается, что князь этот Борис, он принял решение все-таки принять византийское православие, значит, чтобы не было, ну, как бы, ну, смуты. Потому что даже вот эти вот высокопоставленные всякие там князья, там всевозможные богатые люди, хотя они там формально, они там, знаете ли, не пили и не ели, еще не надо, но все равно тайком ели и пили. Поэтому, как бы, в конце концов, перевесило, значит, православие там в Болгарии. Вот, как бы, как это не нелепо сейчас звучит, но, вот, знаете, вот, как бы, помогло, значит, порой вот, даже вот такое обстоятельство, как бы, в жизни бывает. Но представьте, вот, немного пофантазируем давайте, да? Вот если бы тогда Владимир бы сказал бы, ах, хорошо, давайте-ка ислам, и были бы сегодня у нас здесь, допустим, Объединенные Украинские Эмираты, допустим, да? Значит, и сегодня бы там не лавовская колокольня возвышалась бы над Киевом, да? Вот, а какая-то мечеть там, какая-то там, допустим, там, типа Аляксис своя была бы, значит, там. И у нас бы по утрам будили бы муэдзина, значит, и на каждом перекрестке медресе всевозможные, и сегодня бы сестры бы в паранджах посидели бы, значит, там, значит, и вот так вот, да, никакая Роксолана там не помогла бы. В общем-то, потому что тогда бы, значит, действительно были бы другие правила игры совсем. Но, конечно, думаю, с одной стороны, конечно, но слава Богу, что все-таки никакое, ну, хоть византийское, но православие, но христианство бы это пришло все-таки, с одной стороны. Вот, значит, но с другой стороны, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы христианство пришло тогда на Русь не византийского разлива, извиняюсь, такое, ну, сравнение такое, не византийского такого духа, а Христового духа. Христового духа. Потому что византийского духа христианства, оно, скажу так, оно духа Христова не имело тогда, однозначно. А потому что, ну, я сейчас даже скажу, даже не то, что сегодняшнего и завтрашнего вечера не хватит, чтобы даже перечислять вот все эти подробности, наверное, даже и не стоит, наверное, тем более, что там по теме дальше я хочу кое-что так и так вспомнить на эту тему. Но скажу, что византийское христианство, оно вот Христово христианство имело очень и очень мало. Очень и очень мало. Но самое страшное, что духа не имело Христова уже, а был дух насилия.
И представьте, мы не знаем сейчас, сколько киевлян там крестилось, сколько не крестилось, но кто не крещен был, кто не согласился с планом Владимира, то однозначно у них не было шансов оставаться в городе, по крайней мере, легально проживать здесь, потому что это было, ну, добровольно принудительно вообще. Это было даже принудительно даже, потому что кто не придет на Днепр креститься, там во столько-то, значит, все, мне не друг. А нет друг князя, значит, все, это конфискация, ну, по нашему как бы имущество, значит, уголовное преследование, значит, там, значит, со всеми тихающими обстоятельствами. То есть люди вынуждены были, ну, в лучшем случае, бежать отсюда. Значит, или же получить, ну, как бы, все неприятности. То есть это и имущество разграбление, и убийство, и прочее. Вот, кстати, первый еврейский погром у нас произошел не в 19 веке, не в 18, и не при Богдане Хмельницком, нет. Гораздо раньше, еще в те далекие времена. Потому что по тогдашней традиции, что ли, не только христианство византийское было принято нами, да, тогда, но и все законы византийские, которые в то время существовали, они автоматически сюда перекочевали. То есть местным даже чиновникам не надо было придумывать никакие законы. Уже законы все были написаны уже византийцами, надо было только лишь применять их здесь уже на практике. Вот, и земельный кодекс, и крепостное право, и прочее, там не крепостное, например, называлось по-другому, а рабах и прочее. Так вот, и много-много всего остального прочего. И законы византийские были еще и антисемитскими. Поэтому это все вылилось в первый известный тогда еврейский погром. Потому что евреи, во-первых, не крестились. Во-вторых, они хотели вести бизнес, продолжать вести бизнес, но по законам византийским они должны были облагаться дополнительными всякими налогами так, что им вести было бизнес невыгодно совершенно вообще. Либо заниматься черной кассой, либо заниматься как-то теневой экономикой. Все. Потому что легально восстанавливать все свои доходы было крайне невыгодно, потому что такая была система налогообложения византийская, что драли семь шкур. Вот, и поэтому, как бы, ну, если честно, человек бы работал по бизнесу так, то он просто-напросто был бы в минус, работал себе бы. Вот такая система. И это все наследие, да, и многие себе думают, что это как бы традиция современного дня, сегодняшнего дня. Не-не-не, это, скажу так, многие болезни сегодняшнего общества, да, на самом деле, если посмотреть поглубже, они корнями ой как глубоко уходят. Еще в то тысячелетнее наше прошлое. И я убежден, что многие болезни сегодня общества, да, они раны общества, они сегодня могут быть исцелены, если мы посмотрим внимательно на то, что было, без розовых очков, там, религии или политики, а посмотрим через Слово Божье. Потому что когда мы через Слово Божье смотрим, мы видим совсем по-другому порой картину. Не как нам говорят с телевизоров, с экрана телевизора, не как нам говорят это в храмах, в церквях, не как нам это говорят политики, а так, как это сам Бог увидел бы и видит. И, конечно, мы не можем всего знать, безусловно, мы люди, но мы должны стараться все-таки правду искать и знать ее. Потому что через Слово Божье открывается правда Божья, через веру во Христа Иисуса написано. И, друзья, братья и сестры, я верю, что сегодня Господь хочет, на самом деле, исцелить раны общества. И, конечно, можно просто лишь праздновать сегодня, допустим, да, но я призываю молиться. Я призываю молиться. И вот в эти дни, если Бог кого будет побуждать с постом, возьмите пост в какой-то день, допустим, определенный. Тем более сюда сейчас в Киев съезжаются очень разные люди, очень разные, высокопоставленные люди. Да, значит, будем молиться за их покаяние, за то, чтобы... Потом, знаете, сердце царя написано в руке Бога. Бог может царей наших, там, этих президентов, там, значит, там, премьеров, там, министров, там, кого угодно, всяких, значит, там... влиятельных людей при портфелях или же без портфеля, на которые бывают еще более влиятельные, чем даже люди с портфелями. То есть у кого реальные рычаги власти есть, значит, в обществе, чтобы пришло к ним, на самом деле, правильное разумение Слова Божьего, истина. И истина сделать свободными, написано. Истина сделать свободными. Познайте истину, и истина сделать свободными. Хотя, конечно, я понимаю и тех священников, которые мне уже это говорили не раз уже, и... А до того я и сам себе задавал такой вопрос в свое время, в 96-м, а надо ли это вообще, а нужно ли это? Я помню, когда беседовал
ну, не только на эту тему, но и на эту в том числе тему тоже, с одним из епископов тогда, он был моим епископом в то время, архиепископ Мельхиседек, брянский тогдашний, севский, вот я к нему как раз приехал, я помню последнюю нашу беседу с ним вообще, последнюю беседу. И я в этой беседе там как раз говорил и в том числе и о крещениях, там, и о моем понимании. Я объяснял, что, почему я не могу по-прежнему исполнять свои священнические обязанности, которые раньше исполнял, считал я, ну, добросовестно. То есть, ну, и церковные награды всякие я имел, как бы, этому свидетельству. То, что я добросовестно это делал. Не шалтай-болтай как-то, знаете ли. И, но когда я ему объяснял все это, что я теперь понимаю, как я теперь это понимаю, почему я не могу крестить тех же самых младенцев, почему я отказываюсь от этого, почему я это отсылаю, ну, другим священникам, там, других приходов, почему я сам это не делаю. Я объяснял, что я делаю по единым соображениям, потому что крещение должно быть сознательным актом, решением самого человека. Не так, один писатель, вернее, поэт тульский говорил современный, без меня, как меня крестили. Вот, а чтобы на самом деле, чтобы было решением самого человека. Ну, это одно из многих. И этот архиепископ Мельхиседек, он мне говорил такие слова. Он слушал меня, сидел напротив меня, слушал. Потом говорит, вот тебе это надо. Опять я ему рассказываю. Знаете, значит, я, может, как бы не понял, как молодой человек, как бы эмоционально все рассказываю. Он слушает, вроде как мотает головой, а потом говорит, вот тебе это надо. Три раза мне одно и то же сказал. Потом, короче, махнул рукой, повернулся и ушел. Он встал и ушел. Вот как бы больше я его не видел. Знаете, я не знаю, о чем этот человек думал, но, наверное, он думал, какой глупый. Вот он лезет, там, значит, копается, и оно ему надо вообще. Вот как бы, значит, и портит себе жизнь, может быть. Ну, благочинно мне просто сказал, ты дурак просто. На твое место рвутся люди, ты вот так уходишь с прихода, просто так вообще. Ну ладно, там по сектам походишь пару месяцев, успокоишься, ты все равно придешь ко мне. Ты, ну, ты, как говорится, копать не можешь, просить стыдишься. Вот, то есть ты все равно придешь. Как, здесь тяжелее ходил, чуть поднимешь, как и прочее. Вот еще-то. И было непонятно, конечно, но скажу, что когда истина освобождает, тогда человек, он способен на, ну скажем так, интересные поступки в жизни вообще. Потому что по-другому мыслишь уже, потому что по-другому представляешь все, потому что по-другому оцениваешь ситуацию. И, знаете, сегодня я скажу, благодарю Бога просто. Сегодня я благодарю Бога за то, что тогда было принято считать правильное решение. Потому что, почему считаю? Потому что на основании Слова Божьего это правильное решение. И в 96-м, в том же году, еще перед тем, я сказал однажды Господу такие слова, что безопаснее для меня доверять Твоему Слову. Потому что я знаю, что однажды есть и будет для каждого из нас, будет суд Божий. И, конечно, каждый на своем уровне ответит из нас, оказавшись перед Ним, каждый из нас. Но, знаете ли, не хочется позориться перед Ним просто. Я однажды уже опозорился перед ним. Вот. Пусть это было нелепо, так, 13 лет, когда вот умер тогда от пневмонии, подростком, не знавшим ничего о Боге, совершенно как бы оказался в очень глупой ситуации, конечно. Вот, значит, и слава Богу, что он был милостив ко мне тогда и простил меня, и дал мне шанс еще пожить. Но знаете ли, не дай Бог, я это многим говорил людям, не дай Бог оказаться перед Ним, не имея в себе вот от Него ничего. Вот, или же, вот, уже будучи взрослым человеком, не дай Бог оказаться перед Ним, но, вот, скажу так, идя своим путем, идя и как-то по-своему. Еще скажу, что если будете молиться на этой неделе, ну, я призываю, может быть, завтра, может быть, послезавтра кого-то, вот до воскресенья, давайте мы договоримся, до воскресенья. Возьмите, какой день вам будет удобнее. Вот для молитвы, какой, для, может, поста, было бы хорошо. Хотя бы один день. Вот, каждый. Давайте возьмем. Вот для вот этого. Сами подумайте, в какой день вы можете это сделать. Может быть, даже воскресенье в самое, кульминационно такое, это такое событие такое будет. Потому что здесь как раз и все вот эти и политики, и люди будут говорить слова многие, которые, я считаю, просто оскорбляют его величие и оскорбляют его Слово Божье.
Вот, но с другой стороны, мы должны просто говорить слова Божьи и говорить: Господь, не слушай этого, пожалуйста, не слушай их, но послушай нас, говорящих от Слова Твое. И мы благословляем. Мы благословляем этих людей, чтобы они познали истину. И пусть и патриархи, и Кирилл, и Филарет, и там другие лидеры, автокефальные церкви украинские, других разных православных церквей, греко-католики, римо-католики, неважно, какие там разные христиане, но чтобы пробудились, чтобы познали истину, и чтобы истина сделала свободными. Потому что с нас, вот, скажу так, служителей, пастырей, священнослужителей, спрос больше, 100%, потому что, ну как, кому больше на того больше спросится, это однозначно. А еще Иисус говорил, что если слепые ведут слепых, если слепой ведут слепых за собой, идут в яму, попадают в яму. И это ужасно. И написано в Писании, что участь идолослужителей, да, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серой. Это смерть вторая. И поэтому я многим священникам говорю так, что лучше, пускай здесь будет стыдно какое-то время, каяться это казалось бы стыдно, да, но пускай это будет так. Но зато потом великое благословение. Зато потом будет хорошо. Я с одним священником, не помню уже где-то, разговаривал, но в Украине на эту тему, пожилой священнослужитель, там, митрофорный протерей, там, заслуженный, прочее, там, к нему епархия там на исповедь все приезжает. Я случайно оказался с ним тогда, в беседе такой. Я сказал, что, ну, насчет крещения как раз. И он мне сказал так: ты что, отец, предлагаешь всех перекрещивать, что ли? Всю Украину перекрещивать, что ли? Я даже немного так оторопел, как перекрещу. Вообще-то крестить, вообще-то даже не перекрещивать, а крестить. Но не всех так же. Нельзя так, к примеру, там, допустим, представьте, президент, допустим, да, значит, там, заявил, там, или мэр Киева, допустим, что Восток это явится в Днепру, все, допустим, на гидропарк, и всех, значит, айда, всех крестить, значит. Нет, это неправильно. Не повторение надо там, вот того, что было 1025 лет назад. А крещение уже по доброй воле, по вере самого человека, вере в Иисуса Христа. И, в общем-то, это происходит уже. Благодаря тому, что и здесь, в Киеве, и по всей Украине, и в других странах бывшего союза безбожного, есть много сейчас церквей, где Слово Божие проповедуется, где люди по вере в Иисуса Христа крестятся. Хотя многие из них были крещены там в младенчестве, допустим, да? Но до них доходят сегодня. Им, ну, такое понимание такое к ним приходит, что нужно креститься по вере уже, личной вере в Иисуса Христа. Многим людям я говорю так обычно, что, знаете, говорю, то, что вы были крещены в младенчестве, ну, расцените это как, может быть, благословение, может быть, как младенца благословляю, допустим, да? Но это не крещение в библейском смысле этого слова. Я помню, как Нина Дмитриевна все это в первый раз приходила, донимала меня все этими вопросами насчет крещения. Так, дай Бог ей здоровья, ей уже говорят, сколько там, 92 уже исполнилось, представляете? Ой, бабушка уже такая уже в годах, да и Господь хранит ее уже душу. Значит, и тогда ей было 80 и сколько? Не помню. 83, что ли? Ну, за 80 ей было уже точно, когда она пришла. Да. Вот, значит, и тоже все с вопросами такими, значит, а как же вот, она, получается, всю жизнь прожила, да, и некрещенная, получается, как бы, она так расстроилась поначалу, так. У нас еще служение было там, вот, в этом актовом зале, там, где-то наверху там собирается. Вот, а потом зато, как раз у меня были проповеди об этом, о крещении, и до нее дошло. До нее дошло, и она сама ко мне подошла, уже я уже, знаете, я думал, служение заканчивается, а она подходит, думаю, лучше не подходила бы, наверное. Опять начнется из пустого в порожнее, думаю, опять 25. Повторять. Вот, значит, но на этот раз она сама подошла и прям вот умоляла просто, крестите меня, я как поняла, я еще даже не крещенный еще даже. Вот до нее что-то дошло, я не знаю там деталей, там, что она именно поняла, значит, но вот ее, ну, пробило как бы ее, она поняла, что нужно креститься по вере в Иисуса Христа. Думаю, слава Богу, если бабушка поняла, всем остальным сам Бог велел. Всем понять это. Вот, и, конечно, много всяких страхов. Вот, не предам ли я вот то крещение, которое было со мной совершено, надо мной было совершено в младенчестве. Просто нужно понять и дать это, разъяснять населению, что то, что было сделано с вами в детстве, это не крещение в библейском смысле слова этого. Да, мы называем это крещением часто, но это не крещение, это благословение только. А крещение уже обещание Богу служения доброй совести или спрашивание у Бога доброй совести. Но так или так переводи, это все подразумевает активную веру самого человека, уверовавшего. Как сказано, если кто будет веровать,
и креститься спасен будет. Кто не будет веровать, там не написано, кто не будет креститься. А не будет веровать, осужден будет. Потому что в первую очередь вера, а потом только крещение. И вера должна быть сознательной. Вот разбойник на кресте, у него не было времени покреститься, да? Он не смог это сделать, но он поверил. Он уверовал. Как Авраам своему уверовал, и это обвинилось ему в праведность. Слава Богу. И поэтому он уверовал, и он спасен был. Потому что Иисус ему сказал лично, что ныне же будешь со мной в раю. То есть он признался как грешником, а Иисуса Христа праведником, который умирает ни за что, казалось бы, да? И ему сказал, вспомни меня, Господь, в царстве своем. И Господь ему сказал, ныне же будешь со мной в раю. И еще, значит, мы поняли, да, что педобаптизм это ересь, это грех, вот, но еще не только это. Вспоминая вот события 1025-летней давности, надо еще тоже запомнить, что даже крещение самое, даже если он крещен взрослым человеком, крещен даже уже хоть пожилым человеком, неважно, в каком возрасте, сознательно. Но если он был крещен даже в возрасте сознательно, но если это не было по вере в Иисуса Христа, по добровольной его вере, по доброй его вере, это не крещение. Это не крещение. Даже если ему 80 лет ему от роду. Потому что принуждение вере не может быть. А принуждение вере в христианстве не может быть. Это, допустим, знаете ли, если взять, допустим, там, ту же самую религию ислам, допустим, да? Там люди, принуждающие других к своей религии, они имеют оправдание из своего писания, допустим, из Корана, да? Имеют оправдание из учения насчет хадиса пророка, своего пророка, они имеют оправдание. То есть любой человек у них, допустим, в их религии, который другого будет принуждать принять свою религию, он будет иметь, будем так говорить, грамотное объяснение. Да, есть в Коране и другие места, допустим, писания, в их писании, где говорится, что нет принуждения в религии, но это более ранний Магомед, это как бы его ранние слова. И, он и поэтому в теологии исламской, допустим, они считаются, ну, скажу так, уже неактуальными. Потому что если по одному вопросу, согласно их теологическим воззрениям, я изучал уже много лет уже и их систему теологическую, очень непростую, но узнал одну очень важную истину, которую многие не знают, христиане даже, при общении с мусульманами, при проповеди Слова Божьего мусульман может учитывать. При том, что если есть, допустим, два разных высказывания об одном и том же вопросе в Коране, и порой прямо противоположных, то актуальнейшим для сегодняшних теологов является именно более позднее высказывание. То есть более раннее считается, допустим, промежуточным, или устаревшим, или же отжившим, ну, как они по-разному именуют все это. Вот, и поэтому, а более позднее высказывание его, и в хадисах это подчеркивается постоянно, значит, это такие агрессивные высказывания, которые именно связаны с принуждениями, связаны именно с навязыванием, связаны именно с, даже с убийствами. Потому что сам лично Магомед руководил обезглавливанием евреев, которые не приняли ислама, допустим, значит, целое семейство были вырезаны. Вот, значит, и много других было сделано таких очень жестоких вещей, которые вот для современных таких как бы активных, именно таких, скажем так, агрессивных мусульман, именно не все, есть какие-то мусульмане, которые особо Коран даже не читают вообще фактически, да? Но для агрессивных мусульман это есть оправдание. Но христианин, принуждающий другого принять христианство, он ни в Писании не имеет оправдания, нет, хотя предание имеет. Но предание не о жизни Христа, а предание более древнее, более современное предание. Учение отцов уже, ну скажу так, 5-6 век, допустим, даже, значит, ну не говоря уже про, значит, уже более поздний, там, ближайший к нам эпоху, допустим. Есть оправдание, но из Писания ничего человек не может взять для себя такого, чтобы он чем бы мог оправдать. Вот, потому что Новый Завет именно подытаживает всю Библию, он говорит нам как раз, если брать такой же принцип, да, более ранние и более поздние высказывания, да, для нас тоже, мы в Библии тоже порой имеем некоторые, ну, по одному и тому же вопросу порой у нас есть разные варианты ответа, да, на самом деле. Есть там в Писании даже, там, к примеру, говорится, что нужно убить такого-то грешника, да, к примеру, изменила, допустим, да, значит, супружескую неверность и убить камнями побить, да?
ну, жуткая расправа, но как бы она была в Библии даже оправдана. То есть Бог повелевал Моисею сказать это. Но Иисус, когда у него был шанс забросать женщину камнями, разве он это сделал? Нет, он сказал, что иди и не греши. Отпустил ее, помиловал, да? Вот еще и дальше говорит, то есть в Новый Завет нам говорит как раз именно о любви, о прощении и непринуждении как раз. И вопросах вероучения, непринуждения. Поэтому то, что было 1025 лет назад сделано, это не в духе Христа совершенно. Это, скажу так, и даже не в духе Ветхого Завета даже вообще. Потому что это уже совершенно как новая религия, византийская религия. Но это не христианство Христово, это христианство уже византийское христианство. Вот так, господа. И еще не все. Еще, значит, по поводу педобаптизма это ересь. По поводу крещения по принуждению это тоже ересь, та же самая ересь. Хотя, в принципе, крещение младенцев это, ну скажу, это тоже крещение по принуждению, если это. Потому что принуждать младенца еще, да, ребенка, когда его воля еще спит вообще. Его воля сама спит, его совесть спит. Его уже принудили, уже его крестили уже. Это также подло, скажу так, как вот чуть было не сделали с нашим отцом Юрием, да, вот, насчет, вот о чем он рассказывал. На него один человек, которому он помогал освобождаться вот, как бы, зависимости, там, насчет, от греха, там, он такую ему хотел заподлянку такой сделать, насчет батюшки нашему, взять кредит на его имя, значит, и исчезнуть, как говорится, в неизвестном направлении. Это Бог просто помиловал царю Юрию, что, значит, что все раскрылось, вот, преступный заговор. Значит, и не состоялось, слава Богу, конечно. А так бы, представьте себе, на царе Юрии сейчас висел бы огромный долг, допустим, да? А того гражданина ищи свищи, где его искать теперь? Вот, значит, и сколько таких людей есть, да, вот, обманутых? Так вот, и крещение младенцев это так же подло, как и, допустим, взять кредит на кого-то вообще, на другого человека, и, значит, и потом он вырастает, ага, она себе уже огромный долг, уже огромный кредит. Как? А я не брал. Тебя и не спросили. Без тебя крестили. Ты уже должен, ты уже христианин, должен. Какой христианин вообще? Позвольте. Господа, крещение должно быть сознательным, без принуждения, и не в младенческом возрасте, а в сознательно верующем возрасте. Правда, в каком возрасте не указано в Писании. Мы не имеем такого, ну, как бы, по годам, там, строгого такого, как бы, обозначения. Но Иисус был крещен, ему было лет 30 написано, да? Значит, вот Коля был крещен 17 лет, допустим. Вот, все по-разному крестятся, но как бы то ни было, значит, но это должно быть сознательно в верующем возрасте сделано, обязательно. Хотя были разные традиции, конечно. Вот я читал, допустим, что даже в древней церкви были разные традиции. Там то же самое 3-е столетие, там 4-е столетие. В западной церкви, допустим, были крещения детей, пожалуйста. Но не младенцев, а именно детей, которых 10 лет, 11, 12 лет, которые за веру убивали даже их в то время. Римские эти палачи не церемонились там, даже с таким возрастом, и казнили. Вот, и в этих общинах была традиция такая, что знали, что дамоклов меч, как бы репрессии висит над семьями, и многие из них крестились вот, детьми именно, но сознательно по вере своей, не по вере там, значит, родителей, а по своей личной вере. Но Восточная церковь, насколько я знаю, осуждала такую практику, даже если это и грозило мученичеством, как бы, значит, потому что написано, кто будет веровать именно, и креститься по всему. Вот должно быть не просто даже вера как вот начальная, а уже вера зрелая, вера уже осознанная, сознательная вера. Все-таки, даже если ребенок веру исповедует, необходимо какое-то время, чтобы это было, ну, именно действительно реально сознательно, осознанно. Да, господа, еще не все. По словарю специально проверял. Оказалось, так оно и есть. Я уже об этом вспоминал в церкви не раз. Интересно, баптизо, вот слово крещение, баптизо, да? Вот почему слово баптисты есть, да? Баптисты, вот мы баптисты, допустим, да? Вот мы баптисты, баптизо, крещение по вере в Иисуса Христа. Мы не баптисты по вывеске своей, потому что есть такие баптисты, которые так и называются, мы так не называемся, но мы по факту, мы баптисты, потому что мы крещены по вере в Иисуса Христа. Вот, но баптизо, вот в словаре современном, греческом, оно означает погружение, погрузили. Полностью погружение в воду. Вот. И в древнем греческом языке то же самое слово «баптизо» означало полное погружение в воду.
Но еще не все это. Слово «баптизо» вообще еще использовалось лет за 200, за 300 до Иисуса Христа, еще до нашей эры. Ну, в древних этих трактатах, в древних источниках, еще до нашей эры, которые сохранились, представьте себе. И там есть слово «баптизо». И я удивился очень, узнав, что, оказывается, это слово «баптизо» впервые использовалось в описании кулинарных рецептов. Представьте, интересно, кулинарных рецептов. Оказывается, соленые огурчики и капустку там, и прочее соленье любили не только украинцы, россияне, нет, древние греки не меньше любили. И те же самые огурчики солили, значит, и описание есть рецептов ихних. Вот, значит, и баптизу, оказывается, еще означает к тому же не просто погрузиться, да, как разовое переживание, а погрузиться и оставаться там, пока не просолишься. Представьте себе, интересно, слава Богу. И, значит, баптизу, оказывается, это просолиться так, чтобы уже все свойства вот этого рассола, который тебя погрузили, они были твоими свойствами уже. Ты пропитался всем этим. Поэтому, кто будет веровать и погрузится в нашего Господа, и не будет всплывать, и будет пребывать в нем, и пропитается им, то будет спасен точно, 100%. Будем просаливаться им, знаете, будем пропитываться им. Есть хорошее такое выражение, такое пропитаться им, да, значит. Вот действительно, это очень хорошо. И я помню еще, ну как, я вообще-то родом с Поволжья. Вот сейчас Чебоксары, Нижний Новгород, на Горький назывался. И там, значит, мы часто, ну как, ездили, значит, по Волге. И, значит, были знакомые у нас тогда, некоторые бабушки. И вот некоторых двух бабушек я запомнил на всю жизнь, наверное. Значит, вот их вспоминаю часто. И сейчас вспоминаю Ульяшу и Дуняшу. Вот я стал священником в 91-м году. Значит, в 91-м году, когда я стал священником, им было, сколько, 93 и сколько-то еще. То есть они были еще с 18 века, с 19 века, извиняюсь, с конца 19 столетия. То есть были такие древние бабушки такие. Но они обижались, когда их пытались по-взрослому называть как-то там Ульяна там, или тем более по отчеству. Нет, только Ульяши, только Дуняши. Все, вот принципиально вообще. Я у них оставался ночевать. Интересно, бабульки такие, веселушки такие, знаете, божьи дуванчики, не знаю, как называть их, но в хорошем смысле. Вот, и еще рано утро, лето, кстати, раннее утро, еще так, ну, чуть-чуть светлее только. Уже раз одна встает, вторая встает, и они, представьте, вот удивительно, я свидетель, они только просыпались, сразу пели. Если человек поет утром, да, только прослушаясь, это хороший знак, слушайте. Им за 90, и они пели. И не просто там что-то шумел канырка, мыши или что-то еще, а что-то такое, знаете, вот какие-то старые песни, какие-то я вот, ну, как бы, не запоминал, к сожалению, не записывал. Но вот такие какие-то тоже евангельские какие-то, о Господе, там, значит, там, о Христе, значит, они вот такие песни. Удивительно, конечно. Вот, но почему еще я вспоминаю, знаете, вот эти бабушки. Они, значит, они, кстати, замуж так не выходили, они так вот вместе прожили всю жизнь, вместе так получилось. Вот, значит, и, ну, рецепты, вот наши бабушки готовили, допустим, моя бабушка неплохо готовила, там, еще другие бабушки. Но вот как Ульяшу и Ульяшу, я вот лучше не пробовал, вот скажу. Ну, опять-таки, я не знал тогда этого, не понимал. Вот сейчас, если вот сегодняшний я бы, конечно, оказался там, я бы, конечно, записал бы рецепты бы их не там, вот тогда я же не понимал этого всего. Но вот то, что вкуснятина была, это однозначно. И там у них, вот как на входе у них в дом, бочка такая, значит, и там вот эти огурцы, в другой бочке капуста, допустим, да, и еще целая бочка грибочков, меньшая бочка, деревянная бочка, и там грибочки были. И вот, значит, прямо в миску вот эти грибочки наложены, значит, да, значит, там огурчиков, все, значит, к столу картошка, значит, там простая еда сельская, там ничего такого нет навороченного, знаете ли. Значит, и хлеб. Они хлеб, кстати, вот принципиально, они только вот свой пекли. Вот, и он у них самое интересное, странно так вот, лежал долго и как-то не черствел. Мы брали у них, допустим, да, там, отрезали там кусок, значит, там такой, значит, большой. И там сколько дней проходило, он все, как бы, ну, и не плесневеет, и как-то не черствеет, как-то. Ну, такой хороший хлеб такой, интересно, значит. Они сами его пекут. И вот, значит, и я так, мне так нравилось, когда у меня хлеб, значит, да, простая еда, ничего там такого, но, знаете, любой ресторан отдыхает вообще.
Вот, и так вкусно вот эти грибочки у них такие, вот, я вкуснее никого не ел вообще. И эти огурчики такие вкусные, что, не знаю, мне сейчас они пить уже. Ну ладно. Но я сейчас к чему это рассказываю? Что вот когда я перечитывал словарь, этот библейский, да, греческий, что кто будет веровать и погрузится, да, баптизо. Я так сравнил, ага. Получается, я должен, да, во-первых, конечно, говорится о крещении по вере в Иисуса Христа, о сознательном крещении. Но еще в этих местах Писания говорится о крещении как погружении в Господа и пребывании в Нем. Значит, я должен так пропитаться, как вот эти вот огурчики, да? Если, допустим, огурец его положили, обнули и убрали, он как бы, ну, как говорится, как с гуся вода, да? С него все стекает, он как бы не меняется. А немного полежит пару деньков, да? Мы называем это малосолом, да, называем? То есть в нем что-то уже такое появляется, но еще чуть-чуть. Первые только признаки соления. Тоже посуда вкусно. Но это еще он напоминает, хотя уже изменился немного, да, чуть-чуть, но он напоминает своего товарища по грядке. Он очень напоминает его. Вот, потому что как бы в нем есть еще его прежняя как бы жизнь. Мы знаем, что это товарищ с грядки, и все. Но когда он полежал уже долгое время, и уже там, плюс еще всякие там листочки, там, значит, там всякие там эти чесночок, всякие перчики, вот, и когда все полежало, он уже изменился настолько, что он уже от своего собрата по грядке вместе росли, но отличается принципиально вообще. Во всем уже. Он полностью другой вкус у него. У него другая жизнь, у него другая сущность. И вот думаю, так как христианин, если он действительно пребывает в Боге, в нем, он внешне, по первости, он может быть даже напоминает своего брата по грядке. Да, значит, откуда был сорван, по прежней своей жизни. Но чем больше пребывает Бог, я так предполагаю, тем больше он должен просаливаться и изменяться по своей сути. Поэтому, когда говорится о крещении, еще говорится вдобавок не только о разном переживании, а о переживании, которое духовное, которое в Боге, которое каждодневное, которое постоянное наше пребывание. Хотя, конечно, я рассуждаю так, я об этом говорил уже много раз, и у нас в церкви тоже, что и в гостях, что это непростая задача, это очень большой труд, это вообще вся жизнь христианина в этом как раз. Вся мудрость христианина в том, чтобы погрузиться и не всплывать. Но нас выталкивает очень часто, много что нас выталкивает. Знаете ли, а если мы сознательно что-то еще допускаем, какие-то грехи, то есть мы, получается, мы пробуем нырять на глубину в надувном жилете. И плюс еще со спасательным кругом. То есть, конечно, это нас вытолкнет 100%. Если так, попробуйте глубже нырнуть, да? Вас выталкивает. Вы это понимаете, да? Вас выталкивает на поверхность снова. Вот, а если плюс еще вы еще надувное возьмете, тогда, конечно, у вас шансов вообще нет дна коснуться. Вот, значит, и здесь то же самое. Но окрещение... Да, извиняюсь, можно? Я вот попью водички. А у вас там есть стаканчики? Есть? Спасибо. Буду много говорить. Да. И сейчас, рассыплю еще стаканчик. И знаете что, друзья? Да, с крещением все понятно. Есть, может, вопросы какие-то, дополнения какие-то? Вопросов нет, это хорошо. Но, знаете, вот у меня тогда вот к вам уже вопросы тогда вот. Судит и не знают. Вот, допустим, если крещен человек, вот погружен, да, он крещен, вот, а потом он, допустим, отступил от Бога, ушел из веры вообще, ушел от Христа, да, а потом он покаялся, допустим, да, вот как думаете, есть смысл его снова крестить или нет смысла уже крестить, как думает, допустим, вот, ну, представьте, да, вот такие ситуации, вот ушел человек, он отрекся даже, может, от Бога даже, а потом вот раскаивается, приходит снова в церковь, значит, там, или же в эту же церковь, или как в другую христианскую церковь приходит. И вот он, вот как думаете, есть смысл крестить его снова? Да. Что вы скажете? Я думаю, что нет смысла. Одна вера, одно крещение, достаточно только покаяния. Да, спасибо. Да, да, Марина. Если он чувствует потребность, да? Да, то есть это если он понимает, что вот он был, да, как еще, изменил Бога, потом вернулся, его приняли, благословили. Ага. Так,
случае вы приняли крещение. Да. Они не спасены? А, вот вы опоздали чуть. Просто я об этом говорил вначале, очень повыше. Говорил, что как раз рождение свыше – это и спасение. Кто будет веровать, и креститься спасен будет. А вообще-то, кто не будет веровать, осужден будет. То есть, в первую очередь вера. И вера спасительна. Не сам обряд спасителен. Как, кстати, тоже вот есть такое учение, такое, что сам обряд спасителен. Наверное, под крещением младенцев, наверное, оно держит очень часто на привязи людей именно верой в обряд сам. Вот было тогда. Но они спасены, если они приняли Иисуса Христа, Спасителя своего, человек спасен. Как разбойник на кресте принял. Люди не хотят. А может быть, не сложилось так еще у некоторых людей, пожилые люди, да. Человек, он не успел покреститься. Ага. Вот. И меня мучил такой вопрос, а что же если не пишется? Ну как? Mm. И он достаточно. Но жив еще человек? Нет. А, уже нет. А, все, я понял, извиняюсь. То есть он не успел принять крещение, вот я как бы на себе чувствовала ответственность, меня совесть мучила. Mm-hmm. Но я думаю, что если он был рожден свыше, и по каким-то причинам, независимо от него. Да, если он. На основании того, что Слова Божьего, я вижу именно то, что если человек он уверовал, он спасен. Если он не уверовал, он не спасен. Кто верует в Сына Божьего, имеет, соответственно, жизнь вечную. Имеет жизнь вечную. Там не говорится, что кто имеет Сына Божьего, да, верит в Сына Божьего, принимает Христа. Разбойник. Да, вот пример с разбойником, классический пример. Да. Поэтому и вы не убивайте себя такими мыслями. Такими, то есть, мое дело говорить людям, что принимать крещение да, нужно. Да, нужно, да. Да, но важно учить, потому что именно возрождает это именно вера. Возрождает веру человека. Да. И еще кто-то хотел еще сказать что-то о крещении. Нет, не будет? Вы все уже. Ага. Хорошо. Вот интересные моменты. Я тоже, как вот, священнослужитель, тоже порой перед вопросом таким, потому что у меня были такие случаи, когда люди приходили ко мне, и в Сибири было такое, вот, и значит. В Белоруссии был случай такой похожий. Вот они были христианами, они раньше были верующими, но потом были отступниками долгое время. И вот теперь возвращались. И вот вопрос такой был о крещении. Знаете, я тоже, с одной стороны, я говорил, что одно крещение, вот это я сказал, одно крещение. Там, говорит, там стоит слово баптизм, означающее, да, погружение, конечно, одно погружение в одного Господа, безусловно. Но если человек, он все-таки просит именно преподать ему погружение водное, то я не перестал им отказывать. И вот в этих случаях я уже пару раз уже погрузил уже людей, которые были когда-то погружены. Но еще, почему я одного погрузил как раз по новой, казалось бы, повторно вроде бы крещение, но это не, я понял, что это даже не повторно. Потому что тот раз, когда у него было крещение, он признался, этот брат, что это он верил, конечно, в Бога по-своему. Он верил в Бога, как он понимал тогда, но он еще не был возрожденным, по сути, человеком. Потому что ну они тут же, на тот же день поехали с друзьями самогонкой отмечать как бы это дело, хотя значит, были крещены там в какой-то харизматической там церкви. Ну вот так именно так. Спасибо большое. Спасибо. И само. Спасибо. И само крещение тоже, понимаете, оно тоже по-разному совершается. Вот, допустим, в некоторых общинах формулировка такая, что во имя Иисуса Христа, допустим, да, в других общинах во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я, допустим, стараюсь как бы примерять это, две эти точки зрения, хотя и то, и другое библейски оно оправдано, но я стараюсь как-то примерять эти обе точки зрения, допустим, значит, вот в такой формулировке, которая там есть вот, в наших тезисах, допустим, да, я ее использую, что и когда Коля был крещен, тоже я так же самое говорил, что, допустим, веришь ли в Иисуса Христа, он говорит, да, верую, обещаешь служить Ему доброй совестью, он говорит, да, обещаю. Потом говорил, что на основании Слова Божьего и твоего исповедания веры я крещу тебя во имя Иисуса Христа. И дальше обещается раб Божий такой-то, во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святого Духа, аминь. То есть получается, вот как, потому что многих христиан смущает одна формулировка или другая формулировка, а ведь самое важное погружение нашего Господа. Слушайте, не вот даже вот эта сама вот эта формула волшебная какая-то определенная, что ли? Нет, абсолютно нет. Мы же не волшебники, знаете ли. Вот о погружении нашего Спасителя, нашего Господа.
нашего Бога. И Господь Бог единый есть, поэтому, знаете ли, я думаю, это тоже спор такие. А еще о погружении, о крещении. Есть вопросы очень разные о крещении. Кстати, вот вспоминали сегодня уже Нина Дмитриевна вспоминала. Она была тогда во время крещения была исцелена даже. Да. Вот, и да. Да, она была исцелена. Она пришла с палочкой, ходила. Да, вы помните, да? На группе она получила исцеление. Да. Сначала она палочку забывала, как было знамение, потому да. что она скоро будет из нее. Да. Она бегала без палочки. Да, да. И в момент самопогружения она еще потом, мы как раз арендовали дом Алифиной в ковчег Десятников. Значит, и весь субботний день, на весь субботний день. А как раз и крещение, и обед, и общение, чтобы было, ну, не торопясь, чтобы было. Значит, и, а время было уже такое холодное, значит, и она оделась, ну, когда вытерлась, переоделась, оделась потеплее уже, вышла на улицу и сама без палочки несколько раз вокруг молитвенного дома обходила специально, чтобы удостовериться, что она как бы исцелена, что, значит, что она точно, точно здоровая. Слава Богу. Ну, я думаю, это особая милость Божья была к ней как раз. И подобные случаи, я теперь знаю уже многие случаи. То был для меня первый случай вот такой, а теперь я уже много таких случаев знаю. Видимо, Господь порой даже во время вот этих крещений дает какие-то особые удостоверения, что ли, не знаю. Особую, не знаю, какую-то милость оказывает, наверное. И еще, я в этих случаях убеждался в чем? Что если мы верим, как сказано в Писании, то все будет хорошо. То Господь благословляет нас. Аминь. Слава Богу. Да. Братья и сестры, и кто будет веровать, я уже читал, да, кто будет веровать, и Христос спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Вот об этом также. В Писании говорится, у Иоанна, что кто не верует в Сына Божьего, тот не имеет жизни в себе. Знаете ли, каждому человеку дан выбор в жизни. Конечно, у кого-то это выбор очень такой шикарный, такой хрестоматийный такой выбор. Вот верить, не верить, прямо перед ним этот выбор. У кого-то это совершенно вроде бы незначимый выбор такой, но у любого человека есть выбор в жизни вообще-то. Вот, и Господь всем предлагает жизнь и смерть, как я предложил. Но Он говорит, выбери жизнь, зачем тебе умирать? А апостолы Христа сказали так в Деяниях, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. То есть только лишь один Господь Иисус Христос. И сам Христос сказал в Иоанна 14:6, Он сказал, что Я есть путь, истина и жизнь. И никто, говорит, не приходит к Отцу, а только лишь через Меня, через Христа. Поэтому сегодня спасение для всех людей открыто через нашего Спасителя Иисуса Христа. Для всех людей. Но кто не принимает, то осужден. Но не нами осуждается. Позвольте, да, а именно самим Богом. Не мы Его судим, не мы Его осуждаем, а сам Бог осуждает. И наше дело молиться, даже за врагов. И то, что вот, опять-таки, я буду время от времени возвращаться сегодня к этой дате, и завтра тоже еще собираюсь тоже вернуться к этой дате, вот 1025-летие крещения Руси. Значит, тоже, согласно закону тогдашнему, кто не крестился, тот осужден, но не Божьим даже судом, а человеческим судом был осужден. И я помню однажды, когда вот ехал в метро, значит, здесь в Киеве, тогда мы еще жили в Киеве, значит, и вот женщина со мной сидела одна, значит, а у меня были какие-то трактаты с собой. Я, значит, тем дал людям, и вот предложил ей тоже взять христианский трактат, почитать. И она отказалась. Я, ну, поинтересовался, ну, вы, наверное, не верите в Бога или как? Она говорит, я верю, но я по-своему верю. А что, а мне интересно как-то, а как же вы верите? Ну, какая у вас вера? Она говорит, а я говорю, вот, как это называется она? Забыл, вера, да, или как называется? Языческая вот вера, да, старая. Вот я говорит, верю, вот так вот верю. Мне так интересно, я, ну, только видел по телевизору, а вот так вживую, так, как бы еще, ну, не встречал. А я спрашиваю, а мне так интересно, я говорю, это вот как раз по той ветке, вот, как раз от весовой. Вот, и значит, мы общаемся. И значит, оказывается, она, эта женщина, она, значит, там, учитель в школе, значит, даже там занимает какой-то пост, значит, вот, значит, и она, оказывается, исполняет обязанности как бы не батюшка, как называть, там, ну, как жрица, что ли, там, ну, то есть, как бы, вот в этой религии. Так, ну, как бы, она же интересна. Вот, говорю, а, значит, да, и
И она мне стала говорить, вот бы, ваш Владимир князь, что ж он так понаделал? А я грязь себе делаю. Поэтому разговор такой был конкретный сразу. Если бы я там, значит, был бы без рясы, она бы, может быть, подумала, что это там, ну, мало ли, протестант, допустим, значит, раздает трактаты, а я в рясе был. Поэтому она как бы, вот, ага. И вот ваш князь Владимир, что он понадел? Сколько там кровушки пустил, как бы, значит, и что же это? А вы его, вот, святым называете. Я говорю, знаете, женщина, говорю, значит, я, говорю, не считаю его святым. Я не считаю, потому что на основании Слова Божьего, я не считаю его даже христианином, потому что он повел себя не по-христиански совсем. Может, он примирился с Богом, Бог только пришел, теперь знает. Может, он обратился к нему в какой-то период своей жизни, может, перед, как вот на последнем вздохе, может быть. Может быть, мы увидим даже его на небесах, может быть, кто знает. Вот. Но, по крайней мере, то, что он делал, живя в теле, вот, мы видим, что его позиция была даже не христианская. Ну, я ей объяснил, она такая удивленная. Вот это, да, она впервые увидела батюшку, который отпрещивается от князя Владимира, значит, как вот, значит, и, значит, и... А я говорю, она говорит, а вот как же его убивали за веру? Я говорю, знаете, вот сам Иисус Христос, говорю, не повелевал этого делать. Он не говорил, что кто-нибудь веровать, вот, убивайте таких вообще. Вот, еще грабьте их, насиловать, убивайте. Нет. Вот, они осуждены, но осуждены Богом самим. И вечность, ему без того плохо. И мы не можем еще, знаете, еще и хуже еще их делать. Вот, значит, тем более, что пока человек жив, у него есть выбор. Сейчас, допустим, он отрицает, допустим, отвергает Спасителя. Завтра он обратится к нему. Кто знает, ведь жизнь такая штука, знаете ли, вот как я вначале перед молитвой прочитал, да, из Марка Евангелия, о семени. Оно попадает внутрь, оно потом прорастает, зелень, потом еще там насчет колос, потом зерно в колосе. Понимаете, не все сразу так бывает. Мы, конечно, хотели бы сейчас посеяли, раз уже тут же пожали, уже тут же. Но это только в сказке бывает. А на самом деле все это прорастает. Вот как в Севастополе один брат-то чернокожий рассказывал о своей жизни очень простой. Он из Африки сам, франкоговорящий, и был, 29 лет, по-моему, да, 29 лет был мусульманским священнослужителем, был мулой работал. Значит, то есть он уже в годах, и да, закончил Каирский университет в свое время, престижный такой в своем исламском мире, имел степень там богословскую определенную, значит, то есть как бы был, ну, на хорошем счету в своей стране, а сейчас он евангелист, благовестник, миссионер, вот, призывает к Иисусу Христу, и он рассказывал вот свою историю, очень непростую такую жизнь, но я не буду сейчас все пересказывать, вот это как раз севастопольские вот эти вот свидетельства были, очень потрясающие были, конечно. Там рекламу сделали по Севастополю, но думали, что придут татары, как бы мусульмане, что послушали вот как бы его. Но я так в зале не видел, чтобы там были какие-то татары. Но, может быть, записи хотя бы они послушают хотя бы, значит, там. Вот, для них это очень важно, конечно. И вот он рассказывал, что еще в детстве, еще он был школьником, его, скажу так, одноклассник, я так понял, наверное, это был, да, который был из христианской семьи, так получилось, они жили где-то в столице, так, по-моему, в их ней. Вот, и там были не только мусульманские мальчики, там учились, значит, и, значит, вот такие, с христианской семьей, по крайней мере. И вот этот парень с христианской семьи, он сказал ему, что когда будет тяжело тебе в жизни, то вспомни, что Иисус Христос и сам Масих, как они его называют, не просто пророк, а он спаситель. И что он спасет тебя. И вот прошли многие годы, он уже там уже был, там уже там священником в своей там религии. Все уже, значит, уже все хорошо внешне. И только через тяжелые жизненные обстоятельства он вспоминает вдруг. Однажды ему вспомнилось, это то, что было много-много лет тому назад. Слова, о которых тогда он не задумывался серьезно, так вот, но потом задумывался. Понимаете, мы сейчас сеем слово, а мы не знаем, когда это слово прорастет. У кого-то оно бывает, знаете, посажено, и непонятно вообще, оно растет, не растет. Вот, но однажды возьмет и прорастет. И у того мужчины, у него однажды это слово проросло, когда было у него... Знаете, все было плохо. И со здоровьем врачи на нем уже, как говорится, не крест, а ну, как месяц поставили уже, короче, все уже, полумесяца. То есть все уже, его списали, реально списали, у него метастазы пошли по телу, значит, он умирал от болезни. Его пробовали лечить бесполезно, значит, и плюс еще внутренний конфликт такой был серьезный. И он вспомнил, и он тогда вот впервые в жизни совершил намаз, молитву свою, не просто вот обычную совершил молитву, а потом, оставаясь на полу прям, он еще, у них время есть такой молитв, я был значит, смотрел, они молятся тоже, значит, присутствовал там. Вот они молятся еще по-своему, как бы, о своих нуждах каких-то, допустим, да, просьбах. И вот и он молился, значит, именно вот о том, чтобы, значит, обращался к Иисусу как к Спасителю. И он говорил, что если ты Спаситель, спаси меня. Мне говорит, так плохо сейчас.
И он стал рассказывать о своей жизни, стал каяться, он стал открывать свое сердце. И он говорит, чуда не было, мгновенного чуда такого физического, но, вот с исцелением. Болезнь также осталась, он также, значит, ну, как бы себя очень плохо чувствовал, но, говорит, значит, он даже без посторонней помощи не мог подниматься тогда уже. Вот, но, говорит, такой мир был на сердце, которого никогда он не имел за все годы своего служения религиозного. Не имел такого мира в сердце. То есть Христос его простил, ему дал ему милость такую. И потом, за очень короткое время, он был, ну, я не помню сейчас точно, что там весь рассказ, это потрясающий, конечно, был рассказ. Он был полностью исцелен. Врачи не нашли ничего вообще в нем. То есть все болезни в нем, вся болезнь в нем ушла вообще. Вот, слава Богу. А потом он еще целый год оставался, ну, в должности мулы, ходил в мечеть, представьте, да, совершал службу, все как положено, вот, но был тайным уже христианином. Он достал Новый Завет на своем французском языке, у него родной его язык французский. Значит, достал Новый Завет и стал читать его в свободное, как говорится, от работы время. Читал, значит, и молился дома, не просто той молитвой, которую обычно молятся все остальные, да, а еще и вот обращаясь именно к Иисусу Христу, как к своему Спасителю, благодаря Его, потому что он благодарил Бога за это. А потом, вот через год, я вот об этом рассказывал в церкви, у нас уже случай этот, когда он свою веру обнародовал уже, свою веру уже он даже как бы, ну, исповедовал публично уже, потому что была конференция такая, на которой выступали разные спикеры, там один спикер, он, ну, как бы христиан так вот доставал, ну, как бы нелестно очень даже отзывался о христианах. И как бы это граничило в понимании, может, другие не понимали этого, но он понимал это, что граничило это с тем, что, ну, хулится уже Господь и Иисус сам. И вы знаете, значит, хотя он не хулил Христа, значит, но вот как бы о христианах говорил и то, и другое, и пятое, и десятое. Все было неправда, конечно. И вот и этот, как вот этот Ахмад Дидат был такой знаменитый, известный очень такой был, до сих пор записи его там ходят, значит, были на кассетах, на дисках теперь. Был такой как бы апологет, что ли, он обращал в ислам, значит, у него миссия называлась, миссия Новейшего Завета, значит, и даже здесь в Киеве там были обращенные мусульмане, обращенные в ислам, значит, эти вот, как называют, ну, разные люди, короче, разные люди, и украинцы в том числе. Вот, значит, и знаете, я на одном диспуте, там были христиане, были мусульмане, и он так воскликнул, что если, значит, там, ну, как бы, я не прав, то пусть мои уста, как бы, или как бы сказал, что я замолкну вообще. И представьте, он вдруг замолкает и не может говорить уже, все. И потом его в больницу доставили в больницу, врача вроде руками, не понимаю, в чем дело. Все нормально у него, но говорить не может вообще, ни бельмеса, ничего вообще. Вот хоть бы что какое-то. Он как онемел просто, и все. Просто Бог закрыл ему уста, все, и, значит, и посрамил, да. Но знаете что, я верю, что это для покаяния и этого человека, и других людей многих покаяния, слава Богу. Так вот, вернемся снова в эту тему. То есть неверующих мы просто не должны жалеть и молиться за них, благовествовать и молиться. Но суд только лишь Бога самого. Мы не судьи. Это не наше. Мы не судьи. У нас есть над всеми нами один судья. И любой человек, сегодня даже он самый, может быть, грешный и отпадший, и ушедший, завтра он может вернуться, прийти к Богу и обрести жизнь вечную, спасение во Христе Иисусе. Двери всегда открыты. Пока человек в теле, пока он здесь, на этой земле, у него есть шанс покаяться, примириться с Богом. Слава Богу. Да, друзья? Еще тоже очень важно. Давайте помолимся об этом вначале, наверное. А потом продолжим. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, за благодать Твою, Господь. Ты говорил, кто будет веровать и креститься спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Господь всемогущий, я благодарю Тебя, Господь, что собравшиеся здесь, мои братья и сестры, Господь, Боже, и я сам, мы уверовали в Тебя, в Спасителя нашего, Господа нашего, Иисуса Христа, и ни в ком нам нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Благодарю Тебя за благодать Твою, за милость Твою, Господь, за крещение по вере в Иисуса Христа, Господь, и более того, еще за постоянное пребывание в Тебе, Господь, за пропитывание Тобою, Господь Боже, за погружение в Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, за все. Слава Тебе и хвала. Боже, а те, кто еще не верует, Боже, мы им не судьи, мы, Господь, не осуждаем их, но благословляем, Боже, молимся за них, Господь Боже,
Пусть Господь милость Твоя откроется для них, Господь. Даже для тех, кто, может быть, сейчас отрицает Тебя публично, Господь Божий, и хулит. Господь, дай покаяние, Господь, в жизни во имя Иисуса Христа. Ты, Господь, даже инквизитору Савлу дал, Господь, покаяние тогда, Господь, когда он шел в Дамаск. И он не совершил этих преступлений дальнейших, Господь. Хотя и дышал злобой и убийствами, Господь. И одобрял увеяние Твоего мазания, Господь Божий. Но, Господь всемогущий, я прошу Тебя, Боже, сегодня, Господь, и даже и гонителей наших, мы благословляем во имя Иисуса Христа. Те, кто гонит христиан, Господь, сегодня по всему миру, мы благословляем, да познаем и Тебя, Бога истинного, и Тобой посланного Иисуса Христа. Да обретут жизнь вечную, Господь, спасение Твое, Боже, благослови, Господь. А те, кто также познали Тебя, Господь, и оступились, Господь, отошли, ушли, Господь, в погибель, Боже, да обрету они, Господь, Боже, возвращение, это спасение, Господь, восстановление, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа, Господь, помилуй, Господь, прости, Боже, благослови, Господь, потому что Ты как добрый отец, Господь, Ты действительно ждешь возвращения своих детей, Ты видишь издали, Господь, Боже, покаяние наше, и Ты принимаешь грешников, и Тебе за все слава, во имя Иисуса Христа, аминь, 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 аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья и сестры. Слава Богу. И хочу прочесть из послания к Коринфянам. Антипа, присаживайтесь. Послание к Коринфянам. 10 глава. Первое послание к Коринфянам. Несколько строк. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Не будем также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сей сел есть и пить и стал играть. Не стали блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не стали искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Аминь. Аминь. Вот эти наставления такие из Божьего Слова. Знаете, Господь, я верю, Он хочет сегодня нам, христианам, преподать такое научение определенное. Потому как то, что написано, даже в Писании, то, что написано о падениях народа Божьего, о многих проблемах, это написано не чтобы мы были судьями, не чтобы мы осуждали, а чтобы мы рассуждали, чтобы мы задумались о том, как мы совершаем свое спасение, как мы идем. И боялись, чтобы не упали, а чтобы мы бодрствовали. И очень часто, вот и в современном христианстве, мы слышим порой такие, полуправдивые такие речи, что вот однажды ты уже призвал Господа и спасен уже, и теперь уже все, теперь уже твой путь, он будет широким, одни только лепестки, одни только розы и прочее. Но Господь говорил в Слове Своем, что тесны врата, и дальше Он не говорил, что потом будет уже все хорошо. Значит, Он говорил, что и узы будут следующих жизнь вечная. И Он говорил, что немногие находят Его. И это очень, скажу так, суровая правда. И я благодарю Богу, что многие, собравшиеся здесь, и я в том числе, действительно, мы думаем об этом, размышляем об этом, идем. Значит, по пути, не избирая широкие пути. И знаете, время от времени важно тестировать, делать ревизию своей веры, тестировать себя, верили ли мы. Время от времени корректировать свой путь, очень важно.
И понимать, что наше спасение – это не просто так. Во время пасхального вот, еврейского седера обычно вспоминают на Пасху, да, как раз вспоминают такие события, как исхода. Из 600 тысяч мужчин вот, призывного возраста, вышедших из Египта, только лишь два человека вошло в Ханаан. Только лишь два человека. Представьте, из мужского населения, взрослого, какая была печальная статистика. Это очень как бы, ну, как бы повод для размышлений. Да, они вышли из Египта, да, слава Богу за то, что они видели чудеса. Да, слава Богу, что они прошли через море красное. Слава Богу, что, значит, и, знаете ли, они у горы там были, и слышали гласы, значит, и молнии, и все. Но это не спасло их, ну, в смысле, это спасло их, да, но это не все спасение, которое Бог для них приготовил. Это было далеко не все, что они могли бы принять дальше. Но, к сожалению, дрогнули сердца, испугались идти дальше. И там у горы даже у горы, когда Бог сказал в 19 главе Исхода, что во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Во время прерывистых, коротких звуков они не могли взойти на гору, только лишь Моисей был там. Но во время протяжного трубного звука, когда небесные шофары трубили протяжно, весь народ мог подняться на гору и быть там в присутствии Бога. Представьте себе, какое было бы чудо. Это было бы удивительное событие. Народ действительно, как царственное священство, вошел бы туда, во святое, к самому Господу. Представьте, как могло бы вся история мировая могла бы по-другому совершенно идти. Но не будем осуждать то поколение. Мы не знаем, как мы сами реагировали бы там, окажись там возле этой горы дымящейся и громыхающей. Вот, но, по крайней мере, только лишь Моисей был там, на горе. Только лишь Моисей был, можно выразить так, чемпионом, и его сердце было правильным. Все остальные дрогнули, все остальные развернулись и стали вдали. Не исполнилась вся воля Божья, совершенная воля Божья тогда с народом его, с теми евреями и с теми неевреями, что вышли из Египта под руководством Моисея. Да, конечно, это тоже очень такая наука серьезная для нас. И потом, когда послали таких шпионов, соглядатаев туда, в Ханаан, и вернулись от каждого колена эти делегаты, эти люди, то, конечно, ну, как бы, из этих 12 человек, только лишь 2 человека, они по-прежнему верили Господу до конца. И они верили, что мы зайдем в эту землю и завоюем, и отвоюем ее врага, и возьмем эту землю, что Бог нам обещал. Остальные 10, к сожалению, у них были упаднические настроения, и они так сильно заразили ими народ, что люди стали плакать, рыдать. Такое безверие началось. Люди даже потом уже, знаете, они хотели и Моисея убить уже. И давайте вернемся в Египет и с покаянием к фараону в ножки бросимся и вообще. Вот такие были настроения. Многие годы, время от времени народ срывался. Вот это учит нас чему? Что даже покаявшись, даже возродившись, даже крестившись, это не значит, что все теперь. Даже ты крестился, да, ты увидел уже чудо Божье много в своей жизни, хорошо. Но теперь не гордись, но бойся, иди по пути Господнему. И наблюдай за собой, смотри, чтобы в тебе, вот как, например, вот тех вышедших из Египта, смотри, что, какая в тебе вера? Вера Иисуса Навина и Халева, или же вера вот тех, кто посмотрел и сказал, что, о, надо же, мы в их глазах были как вот, как саранча, да, вообще. Да кто им вообще сказал это? Да, они что, их газеты читали, что ли? Они, как бы, которые говорили, вот саранча за вас какая-то у нас, значит, в полях. Вот, то есть они себе уже накрутили, что те подумали о них. Я сомневаюсь, что они с ним беседовали так вот, знаете, вот мило так, и выясняли все это. Просто очень часто у страха, говорится, глаза велики вообще. А страх — это прямая противоположность веры вообще. Вот, значит, и вот Иисус Навин и Халев, они были, вот, вернулись, но они вернулись с верой. Они увидели те же самые картины, увидели таких же врагов, но они по-другому мыслили. И вот нас это учит история вся, вот, описанная здесь Павлом, чтобы мы не грешили, чтобы мы не совершали этих ошибок в своем христианстве, в своей вере, чтобы шли до конца. Господь благослови всех нас. Пусть Бог благословит всех нас не струсить. Не, потому что боязливых и неверных, и скверных участи в озере, горящем огнем и серою. Это страшно. Трус не только в хоккей не играет, но трус и в Царствие Божие не попадает вообще. Вот в чем как бы трагедия-то.
Вот, а, конечно, одно из свойств падшей натуры человеческой – это вот, ну, трусость, это так оно и есть. И, конечно, знаете, Господь, он любое сердце, даже самое трусливое сердце, он исцеляет, он освобождает. Будем доверять ему. Знаете, вот когда вот эти вот двое шли из Иерусалима в Эммаус, те двое, которым явился Мессия, да, воскресший Христос, они шли из Иерусалима. Это, можно сказать, они отступали, они бежали, по сути. Но когда им воскресший Христос уже открылся все, открылся в преломлении хлеба, и они говорили, а не горело ли в нас сердце, когда он говорил нам из Писания. И они в этот момент, они что сделали? Они даже не могли остаться там в Эммаусе. Они развернулись и вернулись снова в Иерусалим, чтобы сказать своим, что Христос воистину воскрес. То есть вот встреча с Христом воскресшим, она меняет так нас, сильных людей, что из даже дезертиров, как бы Царства Божьего, да, из трусов она делает героя вдруг и возвращает снова в Иерусалим своим, да, и еще с таким как бы воодушевлением таким. Хотя даже, может быть, там и верят, не верят, люди уже другое дело, даже свои. Но люди, одним словом, меняются. Одним словом, давайте, я говорю так себе и ко всем присутствующим, давайте встречаться с Христом живым чаще, давайте взирать на Него, чтобы эти встречи, они нас меняли на самом деле. Вот, погружаться в Него, просаливаться им, как я говорил, пропитываться им. Вот, и это меняет наше сердце, меняет нашу суть, наше христианство. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, милостивый Отец. И знаете, друзья, еще скажу, мы будем молиться сейчас за братьев наших, и, ну, отец Юрий еще, наверное, останется, да? И завтра тоже? Нет, уже нет, понятно, хорошо. Ну, благословим тоже отца Юрия, и, да, знаете, да, еще, пожалуйста. Сегодня еще одна дата, я не знаю, кто смотрел, не смотрел по календарю, я так стараюсь время от времени просматривать православный церковный календарь, полезное чтение. Иногда это очень полезное чтение такое, иногда не очень. Вот, и сегодня по календарю церкви православной традиционной, в реформаторском, например, такого нету уже давно, слава Богу, в традиционном православном есть эта дата, называется празднество «Чудо Ефимии Всехвальной, им же православие утвердися». И там стоит дата 451 год, Халкидон. Это одна из таких, считаю, скорбных дат. К сожалению, вот вообще наше служение, реформаторское служение, это не только вопросы идеологии, это не только вопросы религии, это не только вопросы даже спасения, освящения, еще вопросы сражения с темными силами и очень серьезными силами. Есть не только Бог, есть и дьявол, есть не только свет, есть и тьма. И не только есть общение с Господом, есть общение с бесами. И все это, и то, и другого много очень в христианстве, очень много. И без Слова Божьего вообще, без Библии, мы просто обречены на то, чтобы заблуждаться постоянно. И, знаете ли, мы никогда не отделим истину от лжи, потому что мы люди, и нам свойственно ошибаться всегда. И мы не сможем тогда без Слова Божьего вообще разобраться, отличить, как говорится, как миру говорят, Божий дар или яичница. Мы не сможем отличить. И зерна от плевел. И вот это событие, 24 число июля, да, как раз, я об этом размышлял не раз уже. Это празднество считается как бы днем открытого, публичного использования мощей человеческих останков в религиозной практике. Это было впервые сделано официально, публично, именно в 451 году в Халкидоне. Возможно, это было и до того, возможно, но как бы исторических таких данных об этом, ну, я не находил, ну, не считая, может, там отдельных там, упоминаний там, того же самого князя, императора Константина, допустим, вспомнить, если, вот, то он же имел такие огромнейшие имперские амбиции, новую столицу заложил, всегда Рим был столицей империи, но его амбиции настолько были огромные, что он решил начать с нового листа, новую столицу заложить, построить, как Петр Алексеевич, Петр Первый, да, новую столицу. Москва уже старушку приклеит, надо вот как бы Санкт-Петербург. И вот
он решил тоже из Рима столицу перенести в новую, в новый город совершенно, с нуля начатый, на Византии, это значит речки, это значит Константинополь, нынешний Стамбул. Вот, сказано, сделано, новая столица. И вот, значит, и есть исторические такие сведения, что он впервые замыслил совместить церковь христианскую и склеп, и кладбище, и могилу. Православный профессор, киевский, кстати, Михаил Постов, он в своей книге «История христианской церкви» он пишет, что в начале 4 столетия сама идея совместить склеп, человеческие останки, могилу и храм, церковь христианскую, отвергнута была с презрением просто, сама идея. Но Константин, он решил эту идею воплотить в этом огромном своем сооружении, огромный храм построить решил. И прямо в центре этого храма он отвел место для себя. Знаете, говорится, вот это будет место его усыпальницы. А вокруг него он приказал очертить таких 12 таких мест, значит, для останков 12 апостолов Иисуса Христа. И для этой миссии были посланы специально его, как бы, вот такие вот доверенные лица во всю империю и за пределами ее, чтобы найти могилы вот этих апостолов, чтобы их останки и кости достать, значит, и привести их в новую столицу и поместить в эти гробницы, значит, и чтобы он был посреди вот этого храма, а вокруг него, чтобы были 12 апостолов Иисуса Христа. То есть он как бы довольно-таки, ну, не умер от скромности, одним словом, человек явно, значит. Вот, и кем он себя возомнил, я думаю, вы уже понимаете, да? У него были мессианские, такие нездоровые такие были, совершенно не мессианские в хорошем смысле, а мессианские в плохом смысле, такие вот представления о самом себе. Он мыслил себя, значит, ни много ни мало именно вот таким Христом, значит, и, в общем-то, это было, скажу так, маниакальной идеей, которая не суждено было воплотиться, слава Богу, в жизнь, потому что, хотя уже все к этому было готово, но вот как бы не воплотилось, слава Богу, тогда. Но уже и православные, и католические историки об этом пишут, и протестанты тоже пишут об этом же, что уже в конце 4-го, начало 5-го столетия началась даже, скажу, как бы гонка такая за останками человеческими. Люди помещали в церкви склепы, люди помещали останки человеческие. Но в религиозной практике использование мощей, как мы сейчас говорили, да, останков, или как липсана по-гречески, да, то есть это прах, это останки, это кости, это труп, значит, этого не было до того самого 451 года, когда уже открыто, открытым текстом, без всяких обиняков, это было используемо. Значит, историческая справочка, такой небольшой ликбез такой опять. Значит, первых два собора вселенских, ну, известных как вселенские соборы, хотя мы еще первым еще от отца Алексея услышали, да, может завтра, вот тоже хорошее слово вчера сказали о соборе апостольском, значит, там в Деяниях описанном, слава Богу. Вот, но как принято в исторической науке, вот первые два собора 4-го столетия, вероучительно там как бы не было таких как бы антихристианских постановлений определенных. Вот, значит, хотя были уже к этому уже поползновения. Но на третьем соборе, 431 год, за 20 лет до этого события, о котором сейчас я рассказываю, значит, в Эфесе собор был, на нем уже очень серьезно шпаги скрестились. Очень серьезно. Это была антиохийская и иерусалимская школа. Значит, с одной стороны, с другой стороны, александрийская, ну и как бы в целом африканская, да, александрийская школа. И вот вопрос стоял о том, можно ли молиться кому-то, Господу, другому, помимо Господа Иисуса Христа, другого посредника, можно ли, нужно ли иметь, или же вообще в практике, как это может выражаться вообще-то? Ну, что речь о том, чтобы молиться, кроме Господа, еще и Марии, Матери Христа, как Богородице обращаться к ней, и также к другим вот, святым, в частности, апостолам Иисуса Христа. То есть, помимо единственного и неповторимого посредника между Богом и человеками, человека Иисуса Христа, как написано в Библии, вот, значит, люди хотели других дополнительных посредников представить между Богом и людьми. И, к сожалению, на этом соборе вот трагедия разыгралась. Да, думаю, знаете, да, уже все уже более-менее знаете, что
было на самом деле два разных заседания, два разных собора, по сути, в двух разных составах, с двумя разными председателями, которые приняли диаметрально противоположное решение. Вот, и все это легло на стол к императору, и его императорское величество взял на себя дерзость и смелость решать, во что же будут верить миллионы его подданных христиан, какое же мнение будет каноническим. Как говорил до него один из императоров, Иовиан, а после него Феодосий Великий повторял такие же слова: «То, что мне угодно, это и есть канон церкви». Вот такие были вот воззрения политиков. Представьте себе, это вам даже не современные политики, это уже, скажу так, это очень наглые такие заявления, которые делали они, и не только делали, а и поступали так. Ну так вот, и о сегодняшнем дне. В 451 году, через 20 лет после вот этой трагедии в Эфесе, в Халкидоне, на соборе, впервые в истории христианства, то есть уже к тому времени христианство уже 400 лет уже развивалось, более 400 лет, впервые в истории христианства было следующее. Была поставлена гробница с телом мертвой девушки. Девушку звали, как в календаре я прочитал сегодня как раз для вас это все, мученица Ефимия. О ней мало что известно, почти ничего не известно. Известно, что она была девственницей, девушка, которую убили за веру во Христа, так описывает ее смерть. Но убили ее больше, чем за 100 лет до того события, вообще-то, еще в самом начале 4-го столетия. В Халкидонской пустыне, в гробнице ее тело лежало, и оно как бы высохло, как бы превратилось, как бы, ну, извиняюсь за подробности, но как мумия, допустим, да, вот мы видим. И, к сожалению, вот сделали так вот отцы этого собора. Отцами собора были фактически все монахи, потому что в то время уже, еще за 20 лет до того, монашество взяло власть, просто был такой, как дворцовый переворот в христианстве, власть в свои руки в церкви. Значит, и придать власти монашество африканское принесло спиритизм и много других проблем в тело Христа в то время. Вот, значит, и в Эфесе, в Халкидоне было следующее. Открыли гробницу во время одного из заседаний. Открыли гробницу Ефимии. Значит, и в ее гробницу положили различные догматы, написанные на таких хартиях. Этот спор, он говорил о воле Христа, о природе Христа, о много чем другом. То есть как бы разные мнения разных отцов были положены в эту гробницу. Гробница была закрыта, печатями запечатали, так говорит официальная церковь, что как бы молились к этой Ефимии уже, чтобы она дала ответ. Вот, открыли гробницу и видят одно из рукописаний у нее в руках, остальные в ногах. И вот отцы собора постановили, сказали, вот видите, Ефимия дала ответ. Но оппозиция запротестовала тут же, говорит, это фокусы, мы не верим этому. Тогда председатель говорит, хорошо, не будем теперь закрывать гробницу, спросим ее прямо вот так вот, как есть. И он обратился к Ефимии, говорит, Ефимия, там как бы так и так, мол, дай ответ, дай знак для этих, мол, неверующих. Значит, и Ефимия как бы, значит, ну, не ожила полностью, но ее рука, по крайней мере, зашевелилась вдруг и протянула вот этот список, эту хартию прямо вот в руки председателя. Просто так, вот, вручила. Значит, этот, значит, председатель взял, вот, ага, вот видели, это вам не просто так, не хухры-мухры. Значит, и одним словом, эту оппозицию пришлось даже репрессировать, потому что они так не верили. Вот, значит, но с тех пор, вот, с легкой руки этого собора, как говорится, вот, использование мощей в религиозной практике стало с тех пор обычным явлением, считается. Вот, и до сих пор, уже сколько лет прошло, столетие, тысячелетие, больше полтора тысячелетия прошло, представьте, и до сих пор вот это праздник, каждый год празднуется в церкви традиционной православной, и вот в русской, и в украинской в том числе, также. И вот, на мой взгляд, это одно из как раз оккультных празднований. Оно не такое заметное, может быть, сейчас уже, конечно, но это больше как, даже как бы в календаре не все даже это прочитывают, как бы, эту дату. Но она, эта дата, о многом заставляет задуматься нас сегодня. И, к сожалению, вот, как бы, с чем нам приходится еще сегодня сражаться, это с миром таким оккультным, бесовским, очень серьезный мир, оккультный, бесовский, который имеет доступ прямой, напрямую доступ в православной церкви через использование мощей в религиозной практике. Это очень прискорбно.
И здесь мало просто переубедить людей. Здесь мало просто рассказать правду из Евангелия, допустим, да, из Писания. В Писании говорится, в прах ты и в прах возвратишься. Здесь мало объяснить людям. Здесь нужно молиться. Я верю, что очень многое сегодня зависит именно от усиленной молитвы праведных людей. От усиленной молитвы верующих. Потому что Господь, Он открывает глаза людям. Вот многие факты, вот ту же самую историю с Ефимией. Я читал ее тогда. Я помню еще тогда, вот это было 88-й год как раз. Тысячелетие Руси как раз тогда праздновалось. 25 лет назад получается. Как раз. Вот в Ленинграде тогда, значит, тоже читал это все. Вот и удивлялся, и надо же, я так думал тогда, великая сила Божья, надо же, вот тогда. Даже мертвая девушка руку протянула. Вот как бы силище такое, знаю наше. Вот это вам не что-то там другое. Но, понимаете ли, сегодня я эту же самую историю, читая уже через Евангелие, через Писание, я вижу, надо же, во что же ему раньше верить вообще? И я в это верю, да, я в это верю. Почему я сейчас в это не верю? Почему я верю сейчас словам Божьим, словам Господа? Революция произошла такая, реформация в моей жизни. И люди молились за меня определенные. Да, я даже, бывало, бежал в Евангелие всех христиан в то время. Вот, значит, ну, уже более позднее, конечно, в 90-м. В 95-м году. Вот, но писал всякие статьи там о них неправильные, насчет там осторожно, протестанты, там что-то еще там не помню. Там. Ну, не так активно, может быть, но написал такое. Не упускал, а не узнал при случае, как камешек в огород запустить. Вот, но как дошел до жизни такой? Вот, что значит, сегодня я по другую сторону баррикады. Почему? Потому что я лучше предпочитаю быть по той стороне баррикады, где Иисус Христос. Вот, где его апостолы, где значит, именно Слово Божье. Почему? Потому что в этом жизнь наша. Потому что истина Божьего Слова сделала меня свободным. Вот я в том же самом Соборе Владимирском, я помню, в 97-м, только приехал еще в Украину, ну, как бы, это были, по-моему, первые месяцы даже. Я пришел туда, зашел в собор, значит, там стоял, значит, в рясе. Зашел, значит, не переоделся даже, значит, хотя, ну, часто переодевался, но не переоделся, зашел. Значит, и ко мне женщина, когда зашла, не помню там кто. Ну, одна из рабочих там, черного. Значит, и так, а-ля монашка, но она не монашка, я понял, значит. Просто там в темный городок подошла, значит, и говорит, батюшка, откуда? Говорю, вот, оттуда с России приехал, ну, о. Значит, и там все, мы волны как раз, значит, ну, так, люди где-то были. Совсем немножко. И вот, значит, и она говорит, о, батюшка, давайте я вас проведу. У нас там, значит, такие-то мощи, такая-то рука лежит, там, значит, там еще и такие-то мощи, значит, я вас проведу, вы, значит, как говорится, поцелуете все это, значит, там, как бы, значит, как раньше говорили, справитесь свои религиозные нужды, значит, вот. И, значит, я, значит, эта женщина говорю, спасибо, спасибо. Ну так, как ты сказал. Она не отстает, как бы она видит, знаете. Да нет, не все нормально, я бы проведу вас, вы значит, там, не беспокойтесь совсем. И я ей сказал женщине, говорю, знаете, я говорю, вот, ну, не поклоняюсь вообще, я говорю, не целую мощи, останавливайтесь. Ну, что такое сказал я, она, значит, немного зависла, как бы, как так, батюшка, и мощи не целует. Значит, там другие женщины подошли, какие-то интересуются, тоже там сотрудницы, там работницы, значит, какие-то, значит. И я, наверное, объясняю, говорю, знаете, говорю, женщина, я даже говорю, матушка, я даже говорю, не только... Моя мощей не почитаю, то есть я не целую останки, я говорю, я даже не молюсь никому другому, только лишь Господу молюсь. Вот так и так. Я стал рассказывать это все. Они слушают, удивляются вообще. Вот, и как бы я так, ну, может, не то, что громко раз, но там акустика слышно хорошо. Вот, проповедовал в Соборе Владимирском. Благо Флорид об этом не знал, наверное. Да, а то была бы какая-то иконочерепная травма там. Знаете, ну, я не то, что специально проповедовал, просто так получилось. То, что эта женщина перестала, вот я стал отвечать, потом другой, и вот как бы вот, завязался такой разговорчик. И там одна такая большая женщина была, большая такая, она же как бы, как я понял, как лидер неформальный, ее все слушали, там остальные. Значит, и она мне говорит, она сказала такую фразу, она мне запомнилась на всю жизнь, наверное. Она говорит, батюшка, у вас слишком упрощенная вера. Запомнилось мне, слишком упрощенная вера. Но я понял, что не нужно дальше развивать тему. Я как бы, ну спасибо, спасибо, до свидания. Я как бы покрестился и ушел.
Вот, значит, но это, эти слова мне запомнились, упрощенная вера. Но по сути-то, вот для людей религиозных, это, ну, выглядит, может быть, упрощение веры. Но на самом деле это не упрощение веры, это ну, чистая вера, это простота веры, можно сказать. А простота во Христе. Потому что как бы, зачем усложнять все, если спасение дано нам по Божьему Слову во Христе Иисусе? Зачем нам как бы изобретать свое какое-то спасение? Зачем нам изобретать свои пути? Если уже путь уже есть уже, который просто ясен, оказывается. Да, он и без того, он сложен, конечно, но это сложность не религиозного характера. Это сложность, ну, вот, ну, прощение с грехами нашими, да, значит, следование за Христом, прощение, значит, там, значит, освящение, путь, но это не та сложность, которую религиозное представление себе воображает. Это не та сложность, которую я раньше, может, представлял себе, допустим, как некоторые годы вот такого моего такого туманного христианства, такого, будем так говорить, религиозного. Я тоже немного был как бы так в растерянности такой религиозный. Потому что молился и к Богородице, и к святым, и обращался, и надеялся на милость какую-то определенную, конечно же, и какие-то чувствования были, переживания. Вот и к мощам я подходил тоже не просто так, это как иду какой-то. Я что-то чувствовал, что-то переживал, что-то определенное. И вот история с Пантелеймоном, ее все, наверное, даже знают уже. Вот когда, значит, там подходил, значит, к черепу, значит, этого святого, значит, там, и мне каждый раз, я считал, везло, значит, потому что этот монашечка, ну, старец, он открывал, значит, эту шкатулочку, позволял прямо в черепок поцеловать, значит, Пантелеймона. Я был очень, как говорится, на седьмом небе от радости вообще, вот, значит, от таких чувств, знаете, нахлынувших религиозных. Вот, тоже приподнятое настроение такое, знаете, там тоже было так хорошо. Я чувствовал, если брать чисто чувства мои, было бы очень все хорошо. И я был убежден, что это от Бога все это. И только лишь, знаете, уже, и вот так, когда эта женщина одна подошла ко мне уже в последний день и говорит: батюшка, вот на основании вот этого слова, ну, в Библии, расскажите мне, что сейчас здесь происходит. Ну и все. Я только одно сказал: женщина, вам этого не понять. А сегодня сам не понимаю уже. Что же там происходило? Потому что на основании Слова Божьего вижу, что Бог не радовался тому, что происходило тогда. В моей жизни что происходило? Бог этому не радовался. Потому что идолослужителей, как и всех лжецов, участи в озере горячим огнем и серой. То есть мало избрать Христа основанием, надо еще и строить правильными материалами. И общение иметь с Богом, общение иметь с Духом Святым, а не с бесами. Представляете, каково, да? Вот, значит, иметь, ну, с одной стороны, да, обрел Христа, да, спасение, но общаешься, вот как тот блудный сын, вот он оказался возле свиного корыта, оказался уже. Это благо, что он пришел в себя. Благо, что он, значит, ну, как бы, не просто философствовал у свиного корыта. Вот я представлял себе, воображал себе, а вот я встану, пойду, а он реально вот, встал и пошел и вернулся к Отцу. Слава Богу! А не у всех так хорошо получается, да? В жизни не все так бывает. Бывает и так, а бывает и не так. Бывает, некоторые так и остаются вот возле корыта. Так умирают, и свиньи объедают, и все. И, знаете, вот как жизнь как бывает. Вот, но, слава Богу, это пример нам дал такой, что мы, даже если оказались возле свиного корыта уже, все, на самом дне, как бы, да, чтобы мы имели, ну, как бы, такое, не как некоторые говорят, я в церквях такое слышал некоторых старых протестантских, что вот покаялся, если уже отрекся, все уже ушел, значит, там похулил духа, все, это уже нет тебе прощения, ни дна, ни покрышки, теперь все как бы. Вот, значит, и на самом деле, даже если человек уже отпал на самое дно, есть путь возвращения. Всегда есть путь возвращения, всегда есть путь спасения. И знаете, слава Богу, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Богу, что кровь Христа, она омывает нас от всякого греха, ходящих во свете, имеющих общение друг с другом. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя. Аллилуйя! И поэтому я прошу вас, друзья, кто на этой неделе будет вот, тоже брать посты, значит, может быть, молиться, вот, и о покаянии, и политиков, конечно, и религиозников, и политических вождей, и религиозных вождей народа. Вот сейчас здесь и в Украине, и в России, и в других странах. Потому что в Киев съезжаются, я повторяю, для тех, кто подошел попозже, в Киев в эти дни съезжаются самые вот такие вот высокие политики и религиозники, то есть религиозные и политические вожди. И дата, это 1025 лет, она как бы привлекает сейчас многих людей, да, вот, для таких мероприятий. Но
знаете, пусть Господь прозвучит в слове своем, даже на языке.